That statement is unsupported. Who knew machines could fool themselves? Round one, fight! Так, ребята, всем большой привет, я здесь, как вы? Вы тут? Здорово всем, да, скоро начнем, это Терминатор, ребята, это Шварценеггер. Оу, бой. Начнем через 8 минут как раз. Get over here. Get over here. Клим, здорово, здорово, здорово. Да, да, так уже Терминатор есть, вот сейчас мы будем за него катать. И я думаю, совсем скоро он выйдет окончательно, так сказать. Слушай, а можно ВК на этом поставить темную тему? Интересно. Да, здорово, зомби. Привет всем, ребята. Здорово, здорово. Спасибо, что зашли. Спасибо огромное, что зашли. О, привет, Ламбер. Что за Джуни? Расширение скачал. Ну, наверное, да. Наверное, вот единственный вариант. Слушай, блин, да тут этого бота избить вообще без проблем. Бум-бум-бум. Так, сейчас. Так, имидж. Дайте одно изображение добавлю. Слушай, блин, тут одной серии можно. Слушай, может, что, фаталку сделаем какую-нибудь? Так, назад, вперед, назад. Да блин, а чё ж не сработало-то? Близко, назад, вперед, назад. Я это сделал. Странно. Оуа. Оу-оу-оу. Так, работает, да? Ребята, если что, короче, гайд МК-11 в Google Play был обновлен. Пока что нету, к сожалению, мувов Терминатора, но Терминатор сам появился. Вот. Скачиваете, если что. Мы, короче, я думаю, завтра где-то в обед все появится. Вся фреймдата, все фаталки, шмоталки, термика. Так, 5 минут. О, смотри, какое аутро. Слушай, неплохо, неплохо. Я что-то и не заметил. Да, видел инфу про PS5. Говорят то, что... Ну как, не говорят. Уже анонсировали то, что выйдет, получается, в конце 2020 года. Hello. Начнем через 5 минут. Камбы какие-нибудь уже потестил? Нет, ребята, я еще не играл за Терминатора, я не играл за него. Мы вот вместе с вами, соответственно, будем пробовать его вместе. Он уже вышел или у тебя какой-то элитный доступ? За Терминатора сейчас можно поиграть, но в башнях времени, да.
Привет, Игорь. Привет-привет, ребята. Так, через 4 минуты стартуем. Максим, я же тебе отвечал в комментах под видео. Блин, ну тут боты, наверное, в этой башне что-то немножко лоховские, да? Надо посмотреть сейчас, какие серии у него есть, что он там делает вообще. Забавную вещь обнаружил. Ну, возможно, там еще на Твиче, скажем. Если ты был платным подписчиком, да, то может там еще не исчезло все. Привет, Андрей. Привет, Салавату. Какой-то навороченный дуалшок. А я не знаю вообще, что можно придумать еще нового в, так сказать, геймпадостроении. Слушай, Дивору тут этот терминатора мутузит. Привет, Андрюха. Саша, привет всем. Так, начнем через 2 минуты. Let's go, let's go, let's go. Как настрой? Настрой хороший. Да, немножко пораньше запустил, как только узнал, что доступна башня за терминатора. Ну, кстати, они достаточно похожего, да? Диктора подобрали. Ну что, будем начинать, ребятки? Так, всем большой привет. Блин, я хотел, короче, кожанку натянуть, но слишком жарко. Здесь очень жарко. Если бы хоть немножко температура была пониже, это градусов на 10, то я думаю, в кожанке бы сегодня вот и как раз с очками. Или может вот так сидеть. О, слушайте, а вы видите, да, в отражении, что происходит? Ну что, сейчас будем, короче, тестировать терминатора. Он наконец-то вышел. Ого, Дивора, чистый раунд. Слушай, боты, конечно, это нагибают только так. Так, сейчас, секунду. Да, будем тестировать сейчас терминатора. Это будет бомба. Это будет бомба. Так, немножко я, короче. Это ж. Слушай, у нее же. Да-да-да, у нее там есть такая тема. Так, вроде все работает. Ребята, добро пожаловать на стримчик. Спасибо, что зашли. Терминатор вышел пока что в башнях времени. Вышел пока что в башнях времени. А можно поиграть. О, постой. Где? Вот. Играйте за терминатора Т-800 прямо сейчас. Ранний доступ уже открыт для всех владельцев боевого набора. Эти счастливчики также получат эксклюзивный облик для Кейси и Харли Квинн. Вот такие дела. Так, сейчас. Так, вроде все работает. Так, там и трейлер, и все дела. На какой платформе играешь? Мы играем сегодня на PS4, посмотрим, может завтра на ПК будем гонять, ладно? Так, сейчас. Вот она. Башня прям посередине. Испытание терминатора. Так, ну что, сейчас время 19:00. Я думаю, пока мы эту башню пройдем. А что за нее дадут? А, облик дадут. Глубокое поле сканирования. Ну, давай попробуем. Let's go. Да, пока что нету, да? Пока что нету именно возможности как-то приодеть персонаж, закастомизировать его, но есть возможность за него поджиборить. Евген, да, нету. Можете поиграть за терминатора, а лучше посмотреть, ребята, как мы поиграем за терминатора. А потом уже может там вместе с вами, соответственно, в онлайне, в рейтинге. Слушай, интересно, у него апперкот. Так, постой. Это 1-2-1, да? Слушай, один. Вот как у Джейсона. Так, какие у него спецприемы есть? Дайте вот хотя бы обрез. Да-да, помните? Стефани рассказывал, типа, то, что он может достать обрез, соответственно, пойти или вперед на оппонента, или назад. Командник у него есть, эндовыпад, это что такое? А, это прыжок, да? Прикольно. Бум. Слушай, неплохой урон со спецприема.
Так, железная хватка. Это воздушный этот захват? О, да, это воздушный захват. А, во-во, я понял, как командник работает. Вот оно, да? Блин. Бля, два раза нельзя сделать. Так, а бруталки какие у нас есть? О, о, сразу, сразу открыты уже две бруталочки. Сейчас попробуем. Привет, короче, файт, как ты, дорогой? Так. Все, смотри, может, может вот в углу вот так можно закомбить? Вот оно, вот оно, оба! О, Джейсон, вперед, дорогуша! Ладно. Во, во-во-во-во-во. Ну, такая базовая комбулечка, мне кажется. Бум. Так, смотри. Можно... О, три раза. Блин, а у меня нет обреза. Тогда давай попробуем, может, захватиком. Иди сюда. О! И? Блин, постой. Бросок назад. Так, наказываем. О! 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 Что-то он, конечно, вообще разнес. Бошку. Привет, Нурбол! Джонни не обрезан. Да, нету обреза у нас, ребят. Это PS4. Пока что. Да, на ПК нету еще такой башни. Я так чувствую, надо подождать. Я так чувствую, надо подождать 8 вечера по Москве, что уже через час. И там уже, наверное, персонаж выйдет окончательно. Можно будет за него поиграть в онлайне. Можно будет, соответственно, за Терминатора. Ну вот, все вот это делать. Лубек, спасибо. Сталивар, привет всем. Аслан. Здорово, здорово, здорово всем. Спасибо, ребят, что смотрите. Если что, подписывайтесь. Эй, вдруг там у нас есть какие-то новички. Bloody Surfer. Thank you for the follow. Welcome to the mixer. Так, смотри, обрез, да, у него есть? У него есть обрез, у него есть командник, вниз-назад, вперед 2. Слушай, активируется, если атака попадает в цель, когда уже используют все другие... О, о, да, я помню, разрабы рассказывали про это. Ты делаешь, типа, обычный захват, ты делаешь захват вперед, и ты делаешь, типа, усиленный захват, да? Да-да-да-да-да. Типа, нужно сделать все версии захвата. Макс, спасибо большое. И тогда уже вот это усиленный именно спинолом сработает. Так, какой там еще есть Crushing Blow? Я вот видел то, что на обрезе, да? Активируется, если атака попадает в цель после двух промахов. О, ну это сложно. Я не знаю, как бы... Можно ли это как-то специально засетапить? А, промахи. Смотри. Бум. 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 Окей. Бум. О, о, постой, это что такое? Назад один, что ли? Это назад два? Постой, постой, это обычная серия. Я не понимаю. Назад два. Назад два захват. Да, блин. Иди сюда, дорогуша. Так, сейчас попробую, может, бруталку с обрезом сделать. А. Блин, я не понимаю, это лаунчер, что ли? Но это не лаунчер. Но его можно отменить без приема. Да. Так, соответственно, нужно попасть три раза с помощью обреза и потом добить с помощью обреза. Терминатор против Джейсона. Ой, Коля, привет. Спасибо за сотку. Привет, Коля. Песню поставил. Привет, Джон. Здорово. Удачного стрима. Спасибо. Терминатор круч. Ждем его на ПК. Всех благ. Спасибо огромное. Так, это твоя песенка. Спасибо огромное за сотку. Ребята, если что, можете там песню заказывать через донейшн. Все там работает вроде. Странная песенка, что-то она не начинается. Ладно, надеюсь, начнется. А, смотри, это комбица. Ого. Сейчас попробуем. Бум. 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 Разрабы, короче, говорили, чем ближе оппонент, точнее, чем ближе терминатор находится к оппоненту, тем больше урона он наносит именно... О! Это наказание. Ну, такое себе наказание, конечно. О! Да, блин. Бум! 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 А!
Ну слушай, ну неплохо. You won't be back, он сказал. Дай компу сделать тебе Fatal Blow. Ну, кстати, может быть. Ну, чисто, да, чтобы проверить, какая там анимация и все в этом роде. Так, ну что, есть у нас жестокая сложность разблокирована. Если у нас хватит времени, да, до выхода самого персонажа, может, мы сыграем еще раз на жесткой сложности. Покажи возрождение. А я пока не могу показать возрождение, потому что у этого терминатора не одет этот спецприем. Мы можем показать уже немножко попозже. Let's go. Ну что, вторая башенька. Китана, Джакс и Джейд. Озвучка говно, пишете? Ну, я не знаю. Думаете, Шварценеггер бы этот получше озвучил? Ну, типа, похож, похож. Скажем так, это не озвучка Димы Вегаса, да? Это не озвучка Дмитрия Вегаса, но все равно... Ну, все равно, наверное, ну да, можно получше было сделать. Так, смотри, что еще мы можем? Так, командник у нас есть, обрез у нас есть. А вот это что такое? Машина для убийств. А, это... Ой-ой-ой, это отражение вниз-назад 3, смотри. Так, эндовыпад. Так, что такое эндовыпад? О, а, да, да-да-да-да-да. Так, а можно вот так закомбить? Нельзя, мне кажется, или можно? Бум, не, нельзя. Вот он прям очень жестко похож по комбам на Джейсона. Типа за Джейсона ты вот делал примерно то же самое. Так, вот так. А я могу задержать? Ну-ка. Она может меня ударить, когда я... Сейчас, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Видел, нет? А, ее, получается, подъем и ее веер были отражены вот этой спиной. То есть, когда терминатор... Ой! Йоу, Сид, дорогой, ты там этот... Сумасшедший! Привет. Йоу-йоу! Вперед, Скайнет. Ребята, я за роботов, блин. Учитывая, что там в нашем мире, да, происходит в последнее время, я за Скайнет. Скайнет вперед. Спасибо! Спасибо, Сид! Как ты? Как ты, как ты? О! Я за Скайнет, ребята, вы уж меня извините. А-а-а! Спасибо огромное, Сид! Саргатан, и ты здесь! Привет! Хорошего стрима. Спасибо. А есть инфа, как она пэта? Скажи, у Джейд самый жесткий апперкот. Да, и наверное, у Джейд. Люкенга, чем вылазит в его ноги? Если ты на Джексе, даже попу не встали. Чем влазит в его ноги, если ты на Джаксе? Ну как, там пока без проблем вставляется на самом деле. Бум! Оу! Спасибо, ребята! Сидх, огромное спасибо. Ладно, спасибо, Саргатан. Большое вам спасибо. Шарап. Здорово, дорогой. Спасибо за трешку. 300. Привет. Ну куда ж без плазмы? Плазма будет. Take my love. Хорошо. Ну, самый быстрый удар у Джакса это вниз один. То есть, если я бы перебивал, да, Люкана на Джаксе, я бы использовал вниз один или вперед три. Блади, спасибо тебе тоже. Спасибо, ребята. Шарап, Блади. Как впечатление от термина? Пока никаких, мы только начали. В обычный рейтинг? Да, будем. Он просто еще не вышел. Мы обязательно будем сейчас играть за терминатора, да, в рейтинге. Он просто еще не вышел для онлайн-игры. То есть сейчас можно за терминатора поиграть только вот этих башнях. Я думаю, вот через где-то 50 минут. Сейчас фаталки попробуем. Через 50 минут терминатор должен выйти как на ПК, так и на PS4. Вот там и будем. Там и будем. Спасибо большое, ребят. Спасибо. А, бля, где захват-то? Вот так. Да блин. Смотри, вот командник, да? А какие у него есть еще лаунчеры, интересно? Так,
назад, вперед, назад, один. Я попробую сейчас эту фаталку, что-то мне кажется, там может ошибка какая-то. Так, эндовыпад и железная хватка. Интересно, можно ли вот так закомбить? Нельзя. А может вот так? Сейчас, а есть, короче, у меня одна идея. Ну же. Да ты! Ну же, бей меня, бей меня. А так! Блин, ну я не закомбил. Ага. Ой, Саргатан, я пропущу. Ладно, извини. Да, просто сегодня у нас такой стрим. Именно в плане персонажа. Очень много вот новых людей. Я не хочу их так распугать. А, слушай, назад два тоже лаунчат. Сейчас. Вот оно, вот оно. Шуру, привет. Привет, I'll be back. I'll be back. Спасибо, Шуру. Так. Да, да, слушай. Да, да, охеревшая рожа, а. Вот так! Оу! Оу! Бум! Спасибо, Шуру. Так, ну что, получается назад вперед, назад один. Саргатан, спасибо еще раз, дорогой. Don't make me laugh. Да, не работает, это что такое? Мне кажется, фаталку неправильно написали. А как она делается? Или может она не на этом, не на клоуз-скрине? Саргатан, изменили баланс, получается, в обнове, которая где-то неделю назад вышла. То есть именно в этой обнове не должно быть каких-то существенных, да, правок именно в силе персонажей. Поэтому в этой обнове нет. Какая тебе фаталка больше всего запомнила? Так я не могу ее сделать. Почему я не могу сделать? Назад, вперед, назад, один. Я нажимаю, не работает. Серфер, спасибо еще раз. Don't make me laugh. I'll be back. Это Шуруп говорит. I'll be back. Это у нас донат, короче, не понимает. Не понимает английский язык. Вот, как я и думал, пока что он кажется таким супер простым. Кирилл, спасибо, дорогой. Спасибо большое. Don't make me laugh. На ПК, на PS4, а про Xbox забыл. Тебе не нравится X? Да нет, Кирилл, я не сказал там про X, и я не сказал про Switch, потому что, ну, даже, я думаю, 95% моей аудитории играет именно на ПК и на PlayStation. Вот, к сожалению, типа и Xbox, и Nintendo Switch очень нишевые платформы, поэтому иногда я их даже не упоминаю. Спасибо. Take my love, never end. О, вот оно! А, это назад 1-2, смотри. Слушай, я бы вот попробовал сделать командник на вот этом. Точнее, не командник, а Crushing Blow. Смотри. Можно просто захватить, можно кинуть вперед, можно усилить, и можно... только усиленный, да? То есть, получается, мне нужно захватить, кинуть назад, мне нужно захватить, кинуть вперед, мне нужно захватить, усилить, кинуть вперед, и мне нужно потом захватить, усилить, и тогда будет Crushing Blow. Ну, давай попробуем. Так, ладно. Так, один есть. Так, теперь два раза вперед. Ой, блин, хорошо, что она четверку не нажала. Так, вперед. Слушай, командник мне нравится, на самом деле. Усиляем, да, блин. Да, да, охеревшая морда, смотри, а. Да. Вот она. Так, все, сейчас будет у нас. Ну-ка, давай посмотрим, какой урон. Давай посмотрим вообще, какой урон. О! Ай, ай, ну почти, ну почти. А как насчет такой песни? О! Это самый раз. Спасибо огромное, Саргатан. Смит, и ты здесь. Привет, дорогой. Здорово, Джон. Здорово, это у меня, ребята. Это, короче, выводит на лаунч, оказывается. Это выводит на лаунч. Спасибо огромное. Так, короче, есть у меня одна идея. Есть у меня одна идея, я попробую ее сделать в следующем бою. Спасибо, Смит.
Бом, бом, бом. Так, прыгнем. Let's go. Когда вот усилять-то, а? А нет, интересно. Бля, а почему вот не получается-то у меня? Я нажимаю назад, вперед, назад, один, и не работает. Почему не работает-то? Вот смотри, еще раз попробую. Смотри, назад, вперед, близко написано. А может я средний попробую? Назад, вперед, назад. Назад, вперед, назад, один. Назад, вперед, назад, один. А, блин, я что-то не то нажимал. О, вот это у нее рожа. Ты видел ее рожу? Fatality. The Terminator wins. Назад, вперед, назад, один. Хорошо. Ну, такая бруталка. Ну, на любителя, я бы сказал. 50-50. Вы видели ее рожу? Это, я не знаю, это точно... Вот я такое не воспринимаю, как серьезная бруталити, это скорее вот комичная бруталити. Да, ребята, крутим фейдера. Жестокая сложность тоже здесь есть. Как тебе термик? Пока, ребята, играем. Пока нормально, пока нормально. Так, о. Ну ладно, эти вроде рожи у меня уже есть. Так, ну что, сейчас получается двойная. Спасибо, Саргатан. Don't make me laugh. Да, на ПК. Подожди, да. Подожди, я не понял. А три вариации сейчас добавит? На ПК вот должен выйти, получается, через 40 минут патч. Там и Терминатор, и третья вариация, и последний патч. Ну, соответственно, последние изменения в балансе, ребят, которые вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте, так сказать. Да. Ламбер, привет, дорогой, спасибо. Don't make me laugh. Спасибо, ребята. Джонни, слушай, а в теории Робокопа могут впихнуть в МК-11? Мне кажется, могут. Впихнуть. Мне кажется, могут. Идее, могут. Поскольку в десятке сделали же чужой против хищника. То есть права на чужого у 20 Техафупс купили. Последний фильм по Робокопу. Я, кстати, смотрел последний Робокоп. Ну, такой, нормальный вроде. А для них уже Кратоса добавляли точка или Робокоп не катит для МК. А мне кажется, нормально. Ну, то есть, да, вот они с МК, наверное, 10, да, интересно, такую тему замутили, то, что вот действительно все хотели поиграть чужой против хищника, там, вот, в настоящем таком современном крутом файтинге. Я, может, даже был бы не против, если Робокоп как-то появится, да, в каком-то виде в МК-11. Я думаю, они могут это сделать. Будут они это делать или нет, это уже другой вопрос. Но мне, типа, такая идея более-менее нравится. Fight. Спасибо. Иди сюда, дорогуша, блин. Ресотос, привет, дорогой. Когда следующий бой с Некросом. Удачного. Спасибо огромное. Некрос не хочет играть, как бы это не от меня зависит. Так что уж извини, там... Да. Спасибо огромное за сотку. Спасибо. А, блин, так там двойная хрень, верно? Привет, крыжовник. Ой, спасибо. Let's go, let's go, let's go. Ой-ой-ой. Интересно, вот как я могу завершать? Наверное, просто вот этим. На назад вперед один. Какой там плюс? Плюс 13. Слушай, это, мне кажется, определенный рестенд имеет. Мне кажется, здесь есть, да, определенный рестенд. Во-во-во, видишь? В общем, да. Когда ты делаешь вот эти командники, скажем, ну вот после той же серии. Слушай, а 2-1-2? А, ну это, мне кажется... А есть у него плюсовые серии? У-у-у, 2-1-2 плюсовая? Слушай, прикольно, прикольно. А как, интересно, можно еще, да, залаунчить оппонента? Ну здесь надо смотреть, мне кажется, все-таки сокрушительные удары какие-то. Шарап! А чего ты всех называешь теперь дорогой? Раньше ты только меня так называл. Шарап, извини. Ты такой же, как все мужики. Извини, Шарап. Не, я всегда всех называл дорогими, да.
Так, ладно, давайте выиграем. Спасибо, Шарап. Так, тут один бой всего. Блин, слушай, охеревшие морды. Ладно, комби. Блин, вот чем я могу завершать, да? Так, вперед кинул. Ой, господи. Назад кинул. Так, сейчас надо вперед кинуть обычно. Так, сейчас будет, ребята, бомба. Блин, если, скажем, я сделаю КБ, потом, скажем, сделаю 1-2-1, 1-2-1 захват КБ и закончу с помощью... А вот чем заканчивать? Ну, получается, еще одним командником надо завершить. И попробую завершить, скажем, 1-2 командник. Мне кажется, там будет очень большой урон. Блин. Робокоп против Терминатора. Ну ладно, я думаю, там... Блин. Не усилил. Let's go. Бум. 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 Ха-ха-ха. Лежать. Иди сюда, Драгуша. Я тебя просто так не отпущу. Бум. Да... Блин, надеюсь, не обосрусь. Я вообще надеюсь, что не обосрусь. Слушай, как много урона наносят. О нет, о нет, о нет. Блин, я так хочу, короче, прикольную комбу вам показать. А, ну он, короче, бот уже не будет делать мерси. Привет, Александр. Я вот только что ответил на этот вопрос. Так, смотри, если мы делаем... Надо, короче, понять, вот именно с каких серий там можно. А вперед 3, интересно, сколько кадров? О, 19 кадров! У Люкана вперед 4, 11 кадров, у него 19. Невероятно много, невероятно много. Ладно. Так, я примерно понял, короче, когда именно надо нажимать. Так, что? Ой-ой-ой. Блин, сейчас она будет меняться, да? Блин, а что я еще не сделал? Я обычно не сделал, да? Иди сюда. Да, блин. Давай. Сейчас будет бомба, смотри. Сейчас будет бомба. Блин, там такая дырка. Я вот... Ой, ой, есть. Бу. Разорвало, блин. А кто-нибудь смотрел Fatality против Терминатора? Там же нет кишков и экзоскелетов. Блин, это что-то не то. Я что-то забыл. Очень интересно. Спасибо, Заргатан, еще раз. Сильно порезали в обнове. Ну, немного. А самое, наверное, худшее, да, что сделали с Джаксом, это вот... А, блин, а что, я не могу больше ничего делать? Такое аутро. А самое худшее, да, что сделали с Джаксом, это то, что его Fatal Blow теперь это высокий удар. То есть оппонент может просто присесть без блока, да, а пропустить твой Fatal Blow, который ты сделаешь, и потом тебя еще за это наказать. Спасибо, Саргата. Ну да, вот там есть вот это видео. Все фатальцы на Терминаторе. Очень популярное. Привет, Волки. Хотел ли бы ты увидеть Смока из МК-9 в МК-11? Наверное, да. Смок прикольный персонаж. Он был интересным как в 9-й части, так и в 10-й части. Я думаю, да.
Блин, не дали. Не дотянул. Хотел фаталкой завершить, но... О, ладно. Неплохо, транс-человек. Это намеки на что-то? Так. Так. О, смотри, неплохо. Глубокое поле сканирования. Взрывчатка страйкера типа МК-9. Так, а что здесь еще-то осталось? Котелькан? Ага. А, так получается, одна башня, да, последняя осталась? Так, пройти палец вверх. А, постой, все, что ли? Изменяющее время. Интересно. Что за музон сейчас играет? Это Mortal Kombat Unfaces Defenders vs. Cyborgs Link Way. Это, может, из фильма? Слушай, чё ж я такой яркий-то? Да. Гомер, ну скоро вернемся на Твиче. Пока не отписывайтесь. А, слушай, ну тут еще видишь все его скины, да? Ой-ой-ой, господи. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. А я не знаю, это хорошо или плохо. Какие есть у него еще командники? Вот, может, на серии какой-то? О, вперед 3-4. О, прикольная тема. Смотри, смотри. Сейчас, я попробую это сделать. У вперед 3-4 есть. О, господи. А, постой, постой. Нет, вперед 3-2 это лаунчер. Слушай, что-то она слишком сильно бьет, ей-богу. Иди отсюда. Да. Вот это, да? Смотри. Бум! Блин, как заканчивать такие джаглы? Мне кажется, нужно ждать, чтобы она была достаточно низко, да, чтобы потом уже применить, так сказать, лежать. А, что потом вот на низкой высоте, так сказать, сделать командник. Оу. Мне кажется, у него урон неплохой. Урон неплохой у этого персонажа. Блин, есть у меня, короче, все-таки одна идея, как закомбить за него. Иди сюда. Так, ладно, попробуем напрыгнуть. Да, блин, ну да, да. Давай на вейкапе, да, с помощью спецприема вставай. Ладно, хорошо. Вот бабки, конечно, всегда лезут туда. О, господи. Бля, где лаунч? Лаунча нету? Если ты не попал первым ударом, да, то есть в воздухе, если ты как-то задел оппонента, то значит, что он нокдаунит. Так. Ну что, иди сюда, дорогуша. Доигралась. Ну такая себе бруталка. Мне вот бруталка с просто ружьем нравится. Вот так. Такой минимализм, минимализм. Так, спасибо, ребята, что песенки ставили. Если что, пожалуйста. А поглощение блочит ФБРН или, например, Фрост? Квизак, мы пока не знаем. Я думаю, мы еще будем это все тестировать. Соответственно, как... Ой, Марк! Привет! Постой, а что, у меня стримы в ВК, что ли? Марк, спасибо большое! А, нет, ты через Donation Alert скинул. Большое спасибо, Марк. Блин, сорян, то что-то 1,5 евро не отобразилось. Будешь ли ты сегодня делать СГ с Терминатором? Наверное, да. Привет из Финляндии. Привет, Марк, спасибо. Блин, вот у меня, да, пока что маленькая проблема, типа, с отображением евро и доллара. Но спасибо. Я думаю, будет у нас Царь Горы. Надеюсь. Сейчас мы пока вот играем, изучаем персонажа. О, господи. Надеюсь, до этого дойдем. Ай, блин, я так хотел закомбить. Слушай, это прикольно, это прикольно. Слушай, а можно вот так джаглить, да? А, блин, он слишком далеко. Все, ему хана. Так, немножко, ребята, аудиоуровни поправим. А, блин. Сейчас, постой. Сейчас, у меня есть идея одна.
Да блин, почему? О нет, о нет, о нет. А эта хрень, интересно, отнимает жизни? Уу! А, ну она, кстати, меня к себе притягивает. Бум, бум. А, блин, бум. Ой, ой. А-а-а, не... мешает постоянно. Вот постоянно что-то мешает. Не усиляй. Так, ладно. Так, получается, назад, вперед, назад. Я не понимаю, почему не работает. Или я недостаточно близко стою. Или нужно прям к нему впритык быть. Спасибо, Марк. Интересно, а здесь остановится анимация или просто будет идти? Может, здесь есть какой-то луп? А, нет, здесь нету лупа, мне кажется, да, он сейчас со временем просто остановится. Почему терминатора нет в игре у меня? Антон, привет! На PS4 есть башня в терминатор. А, вообще, на ПК и на PS4, и на Xbox, да, если уж на то пошло, должен появиться через 30 минут. Воронеж, здорово! Привет, мерзавчик! Привет всем, ребята! Максим! Терминатор, эй! Но пока вот видно то, что он невероятно простой. А, я вот нашел одну серию, да, которая плюсовая. 2-1-2 дает плюс 2. Интересно, интересно. Вот лаунчеры еще нужны. Тут, потому что ты не всегда сможешь использовать. Вот для наказания, возможно... Вот лаунчер у него есть еще вперед 3-4. Но это скорее вот чтобы ловить, да, оппонентов, которые там вообще ничего не подозревают. Можно вот так закомбить. Вперед 3-4. Скажем, 1-2-1. Командник. И потом еще 1-2 командник. Мне кажется, тогда вот урон неплохой получится. Блин. Ой. Хотя. Хотя мне кажется... О, господи, что это такое? Блин, да что это? Иди отсюда. Да ну. Ах, я не успел, я не успел. Вот я просто... У-у-у! А, постой, я могу так сделать? А, могу. Смотри. Да, иди отсюда. Ну, с таким модификатором можно закомбить, но, конечно, в реальной игре это у тебя вообще не получится. Раунд 2. Файт. Бум. Бум. И вперед. Сейчас поставим. Вперед. Бум. Но как-то вперед не так быстро. Не так далеко идет. Файт, здорово, спасибо тебе. Спасибо большое. Мрдеструч стоит. Деструктоид. Окей, окей, нормалек. Спасибо огромное. Иди сюда, дорогуша. Бум! Бум! Да-да-да, что за херня? Бум! О, в воздухе. Вот так. Уф! Да, да херня. Все, хана ему. Бум! Бум! Да ну, обычно не работает. Во, я понял. Мне кажется, все-таки я должен быть к нему ближе. Спасибо, файт. Если любила Джейсона в МКХ, то мне понравится Т-800. Верно, ребята, это прям очень похожий персонаж. Ну вот, видишь, у него достаточно ограниченный арсенал, то есть нету, да, такого большого какого-то количества объема спецприемов, возможностей. Просто идешь, короче, херач. Вот, ну, та же история, наверное, и с Джейсоном была. Так, сейчас, ребята. Где-то у меня здесь кабель был один. Блин. Попробуй. А... Ой, Андрей, спасибо, дорогой. Это спонсор у нас. Андрей, добро пожаловать. Очень благодарен за платную подписку. Welcome to the YouTube family, так сказать. Привет, Старлей. Здорово, Гамма. Как ты играешь за него? Ну вот, башня, можешь за него поиграть. Охеревшая морда. Постой, я не понимаю, а чё он не умирает, эй?
А я могу посмотреть, какие у него? Да, так терявший. Блин, а что делать? Блин, а что делать? Почему я урон получаю? Я его бью и получаю урон. Не, что-то не так. Или может мне какой-то модификатор одеть, или... Блин, да что-то бред. Персонаж окружен кровавым туманом, высасывающим здоровье из противников. А, вот оно что. И что мне делать? Значит, мне... значит, мне его зазонить надо? Может, типа, я не должен к нему подходить? Сейчас попробуем. Бум! Бум! Да бум, блин! Апперкот ему буду давать. Апперкот буду ему. Да давать вот так. Да блин. Слушай, а мне кажется... А, у меня есть идея. Да блин. Может, я к нему вообще не должен подходить? О, монархист, привет. Спасибо за двушку. Ну, за 200 рублей. Блин, а как мне его убить-то? Я вообще рядом с ним не должен быть. Может, мне постоянно отходить? А мои подсыки все сделают за меня? Спасибо, монархист. Написал бы что-нибудь. Нужен. Да бейте его, блин. Что вы такие идиоты? О, господи. Так, ладно, попробуем заново. А, когда будет ближайший чемп? Андрей, я не знаю. Вот у Дестройера вроде какой-то чемп запланирован. Посмотрим, ладно? Я думаю, через 2 дня, короче, на моем стриме будет один интересный гость. Вот так. Все, будем так играть. Хардкор, спасибо. Blood Dragon? Все, понял. О, господи. Что ты там делаешь? Да стреляйте в него уже! Сектор, стреляй. Бум. Бум. Блин, главное, чтобы он ко мне не подходил. Уберите его. Да ну! А как мне от него уходить-то постоянно? Блин, какой-то... Может пропустить? Не, ладно, не буду пропускать. Привет, хардкор. Round one. Fight. Да, блин. Да, охеревшая морда, блин. Да, он присаживается, что ли? Уберите его. Да, блин, стреляйте. Блин, ну ладно, сразу пропущу. А, постой, у меня есть идея. Блин, и что, типа на него Fatal Blow вообще не действует? Ну, типа немножко, да, отнимает жизни? Блин, бред какой-то. Да, слушай, Коттер какой-то жесткий здесь. Так, постой, если мы берем в расчет назад-вперед... А, тут нету. Сейчас, есть у меня одна идея. Есть у меня одна идея? Ой-ой-ой, живи, Джонни, живи. Нужен, ребят. Надо как... Надо вспомнить Injustice 2. Давайте. Нет! Ладно, есть идея. Я же могу перепрыгивать. Если он подойдет ко мне где-то на среднюю дистанцию, я, может, попробую его перепрыгнуть. Ай-яй-яй. Вот так. Блин, ну это все равно плохо было. Блин, да это хрень вообще. Мне нужен модификатор, ребята. Бум. 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 Да ну! Все блокирует. О нет. Уйди от меня. Ох, его как-то надо зонить до самого последнего, да? Ну же. Блин, не. Мне кажется, без модификатора очень сложно будет пройти. Можно пройти, но слишком много времени отнимет.
Ну еще тотемы какие-то ставят, а? Охеревшая морда. Да, да. Нет, 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 не. Да блин, за скоростью света хилится. Может его пропустить пока что? Так, у меня есть 3 пропуска. Давай пропущу. Да блин, ну да, здесь скорее всего надо просто взять вот этот модификатор. Где халат? Да халат там. Жарко очень, ребята, очень жарко. Кот или озверел? Ой, господи, это что такое? Это что такое? От генератора прыгай? Ну, может быть, да, типа, еще как-то отпрыгивать нужно. Сейчас будет Люкан, с которым тоже весело. О, господи. А, у меня тоже есть, да? Не, ну вроде это лошок какой-то. О, господи. Барай, чё? Ну, чё ты? А, теперь у меня вампиризм. Жопу поджигает. Ладно, иди сюда. Ой-ой-ой, мазохист, ты здесь. Привет, дорогой, спасибо за 2 евро. Привет, а его телепорт за спиной. А, что-что-что? Мазохист, спасибо большое. А что написал-то? Ребят, можете сказать? Спасибо огромное. Окей. Давай, давай. Ой-ой, господи. А чё телепорт за спину? А, понял, спасибо. Так, его пока нету этого спецприема у нас. Так, господи. Есть у меня идея. Бум, бум, бум. Пока нет этого спецприема. Слушай, так он на расстоянии вообще мало урона наносит. Господи. Иди сюда. А! Да убей, убей. А! Да ну! Убей! А, я так и знал то, что он умрет, короче, от дот. От дот дэмэдж. Так, давай коммерси. А, вот сейчас выйдет у нас термик через 15 минут, и мы можем так рассмотреть его, вот, дополнительные спецприемы. Я не понимаю, он будет умирать или что? Да помирай уже, дорогой. Бу. Вот тут, вот упрямый, а. Да умирай! Да охеревшая! Охеревшая морда! Не хочет, короче, даваться. Не хочет мне даваться. А, еще фаталку запорол. Такое ощущение, что ни с того ни с сего бот, короче, начал абсолютно все блокировать. Когда на комп выйдет? Через 15 минут должно быть. Ой, не дал, короче, бруталку сделать. И фаталку. Ну, фаталку это я виноват. Как термос по ощущениям? Нормально, нормально. Вот он такой. Я говорю, он такой, каким, наверное, его все и ожидали. Так, ну что, дадут что-нибудь за это? Смертоносный металл. О! Дробовик. Фарбел. Чё? Фарберленда. Окей. Ребят, уже читать разучился. Так, а что, за жесткую сложность что-то дают, нет? Наград за завершение. Философский камень. Привет, Антон. Чё там, рассказывай, где там есть у нас какие-нибудь истереги? Или отсылки куда-нибудь. А, ну и как, пончик? Какого хера он задыхается от пердежа? Хороший вопрос у вас, ребят. Так, нету, да, у нас пока что терминатора в, так сказать, кастомайзе. Да, терминатор должен появиться вот здесь. Рядом со Скарлетт и с Геросом. Но пока что нет. Слушайте, может пока что...
Пока он не вышел, может, мы попробуем покомбить за него. Надо понять вот основу. Мне кажется, очень часто ты будешь использовать за Терминатора его ружье. Я вижу в этом определенный смысл, так сказать. Попробуй комбить вместо командника с антиэйр. С эйр захватом усиленным. Это как? А как мне его сделать-то? Типа на прыжка однеркой захват? Вроде за 2 метра 400 плюс урон. А его можно усилить вот этот воздушный захватик? Мазохист, я не буду играть за Шаокана сегодня. Сегодня за Терминатора играем. Если что, там заказывайте музыку. Если что, там пишите, может, какие испытания. Ну, а сегодня день Терминатора. Вот смотрите, да? Давайте посмотрим воздушный захватик. Так, эндовыпад, это мы поняли для чего. Вот она, да? Можно усилить, можно усилить. А что даст усиление? Ну-ка. Так, как? А, блин. Интересно, можно вот так сделать? Мне кажется, назад два можно. Ну-ка, сейчас. Нельзя? Не, мне кажется, можно просто. Сейчас, сейчас. Так, вниз L1, да? Да, блин, сложно. Что-то не привык я это делать. Да. Вот как же закомбить, а? На захват. О. А это что? Это дает возможность закомбить? Или это рестендик просто? Я не понимаю. Смотри, можно, можно, оказывается, так сделать. А, то есть, скажем, ты подкидываешь оппонента в воздух. А потом захват именно в воздухе. Ой-ой-ой. О, это комбица. Ну это вот... Я бы такое использовал в ситуации, когда хочу выжать максимальный урон. Интересно, интересно. Ну, типа, можно ли, скажем, с КБхи оформить? Давай, бей меня, бей меня. Да, да, блин. Кунг-лау, ну что ж такой тупой! Давай, бей. Вот оно, пошло дело. А мне кажется, можно. Сложно, конечно, но можно. Вот это плюс, да? Какие у него самые быстрые атаки? Однерка, кстати, семикадровая, хорошо. Есть у него нормальный средний удар? Вниз. Ебанука. Йоу, вниз один шестикадровый, минус 4? Это как у Джейсона, это как у Джейсона. Йоу, шестикадровый, минус 4 всего лишь на блоке. То есть можно херачить только так. Так, а где средний? Есть средний нормально? Оверхед, да, вперед 2. То есть ты можешь в теории миксовать оппонента. Или там вперед 2, или вперед 3. Окей, это мы поняли. Нам нужен какой-то хороший мид. Назад 3 мид. Так, поставь, что это делает? Так, назад 3 на что у нас ведет? Назад 3-1, назад 3-1-2. Вот это, да? Ну, типа, можно вот так закомбить? Делаешь ту же самую комбу с командником. Но вместо него этот захват. Какой захват-то? Какой захват? Мне кажется, там вот оптималка примерно такой же и будет. Ну вот, для наказания, кстати, не так-то и прям оптимально, можно сказать. Так, ну что, ребята, 10 минут до Терминатора остается. Очки говно. У Терминатора очки говно или что вам не нравится? Ну вот смотри, мне вот интересно понять серию. А, вперед 2 захвата есть еще. Но это, наверное, наказывается или нет. О, ну прикольно. Так, смотри, назад 3-1-2. Ну-ка попробуем.
Блин, а сколько это? Минус 8? Так, это мне. Ладно. Так, вперед. Вот, охота посмотреть. А, вперед 3-4. 2-1-2 плюсовая тема. 2-1. Ну да, вот это все можно использовать. 1-2-3. Интересно. Постой, это лоу, что ли? Это лоу, да? Я так понимаю, последний удар. Низкая атака. Так, а назад вперед 4 это оверхед. Это оверхед. Это оверхед. То есть можно миксовать вот так, оппонент, смотри. Вот так. Ну, типа, конечно, такой себе микс, но это будет иногда работать. То есть ты миксуешь или 1-2-3, или делаешь... Александр, hello. Спасибо, дорогой. Просто вот что можно за него сделать в качестве наказания? Опять же, единственное, что мне приходит на ум, как бы, если там большой минус, конечно, вперед 3-2 можно замутить. Но если там небольшой минус, то что тогда? Тогда получается вот так наказывать. Назад 3-1, скажем, и вот эта хрень. Ну, кстати, это даже так неплохо. Но 16%, я думаю, с усилением там будет где-то 25, нет? Не, ну не 25, 22. Ну, типа вот такое базовое наказание. А что если применить, скажем... Вот нету у него серии, да, которые подкидывают больше. Постой, назад 2, назад 1, назад 2 у него есть. 18 кадров, что-то мало. Кишик, спасибо. А, не, вот это назад 2. Нужно сходить выкинуть мусор. Но I'll be back. Хорошего стрима, Джоник. Давай, Гишик, давай, давай, этот, заходи. Быстренько за этот. Take out the garbage и ждем тебя. Спасибо, Гишик, спасибо. Слушай, а мне кажется, даже наказывать с помощью назад 2 можно. Спасибо огромное. Мне кажется, вот наказывать назад 2. Ну вот прям, я прям чую нутром. Интересно, ну вот интересно, сейчас прием. Вот как завершать-то вот это все? Ну, типа, я могу, конечно, ружьем обычно. О, нет. Иди сюда. Вот так, смотри. Сейчас. Блин, а почему не работает? Что-то я не то нажал. Не-не, это не работает. Просто, мне кажется, я не могу напрыгнуть туда. Бум. Да, вы охеревшие морды, батяры, а. Ой. Нет! Разорви. Да, ты что там летаешь, блин? Давай ниже. Да. А где мой эндоскелет у меня есть? Да, ты что там? Воу! Так, ну-ка. Чисто жопу показал, да. Ты недостойна моего внимания. Бам! Yes, finally. Наконец сработал. Да, тибэк бота. Модный терминатор в этой башне. Спасибо, Билла. Спасибо, ребят, всем за... Ой, за поддержку, за подписки там. Ау, что-то током ударил. А, слушай, все-таки что-то дали. Вот как можно закомбить? Мне кажется, все-таки наказание... Вот наказывать скорее... Привет, банк, thank you. Наказывать или скорее с помощью 1-2-1, или с помощью назад 2. Ну, типа назад 2 лаунчит. Мне кажется, можно сделать там по-нормальному. Вот сейчас я покажу. Просто нету больше таких более-менее быстрых ударов, да, которые бы подкинули. Блин, сложно. Блин, вот что же можно сделать? А что если назад 3-1? Ну-ка. Вот оно. Ну, наказание на 194. Ой-ой-ой. Да, блин. Ну, это лучше, да. Вот то, что я сделал, лучше. Хотя... Да, вот. Это было лучше, лол. Видишь, назад 2. Вот это.
Очень хороший урон. Ну, то есть, имеется в виду, вообще, в рамках наказания. Понятно то, что это не Соня, да, которая комбит под, ну, под 350, там, без метра, но... Видно, это такой персонаж. Окей. Иди сюда. О, давай, 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 популяем с тобой. Блин. Вот все-таки, мне кажется, назад 3-2. Назад 3-1 больше имеет смысла. О, ну вот видишь, неплохой урон. Но тут еще миксы есть, да? Есть у него прессинг с помощью 2-1-2. Есть миксы. Бум. Да, иди сюда. У него, кстати, апперкот очень маленький. У него апперкот прям... Иди сюда. У него апперкот достает почему-то только вблизи. Ну что, ребята, 3 минуты до выхода Терминатора. Пожалуйста, если Терминатор появится в PlayStation Store, напишите мне об этом. Я сразу его добавлю и будем за него играть. Арес, привет. А Джейсон комбил как черт, а вот это недоразумение, по 20% без метра снять не может. Ну как, если там говорить, скажем, про комбу, там через вперед 3-2, но я так понимаю, вперед 3-2 небезопасная тема, да. У него есть там вперед 2 захват, у него есть вперед 3-2, вот, но это все-таки определенный риск. Но мне кажется, все-таки он сильный. Вот даже по вот этому арсеналу можно понять то, что... А, постой, надо бы посмотреть его, знаешь, тик-throw, то есть тычка-захват, и после каких там серий есть захват. Алекс, дорогой, спасибо! Привет, Алекс. Спасибо огромное. Хай. Привет. Удачного стрима, бро. Спасибо, Алекс. Спасибо, что смотришь. Если что, мог бы там песню заказать. Ну да ладно. Спасибо, Алекс. Thank you a lot. Thanks a lot. Смотри, есть один, да? И теперь нужно два вперед кинуть. Сейчас я попробую, короче, ребята, максимальную комбу сделать. Так, вперед один есть. Так, сейчас сделаем второй. Ой-ой-ой, это что такое? Ну, кстати, назад... Это неплохой урон там был. О, господи. Так, есть. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую, ребята, неплохой урончик сделать. Вперед 3-4. Назад 3-1. Командник усиленный. О, нет. Лежать! Слушай, 520. Неплохо. Сработала моя идея. Мне кажется, у него... Дэмэдж аутпут тоже будет большим. А, ну это, кстати, не комбится даже. У него столько блок, как у Джейсона. Кстати, да, 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 да. Джейсон тоже там что-то руку так поднимает и стоит. Вы правы. .529. Ну это типа 2 Crushing Blow. Ну, кстати, мне кажется, если там Fatal Blow будет, то там еще больше. Так. О, Москва, привет, дорогой. А, это YouTube. Здорово. Спасибо. Е-е-па, какой же огромный привет. Здорово, большой привет, обратно. Привет, Москва. How do you do? Да, Джейсонатор. Ну что, вышел? Нет, ребята, давайте играть, давайте джиборить за него. Спасибо, Москва. Спасибо всем, ребят, кто смотрит, кто поддерживает. Так, ну что, давайте я быстренько на камеру переключусь. Так. Я, короче, открываю сейчас PlayStation Store. Посмотрим, есть ли там Терминатор.
Еще нету? Как думаете? Так, время 20 часов, 1 минута по Москве. Слушай, мне кажется, такой мизон тоже по терминатору подходит. Так, ну что, как его искать? Терминатор или Т-800? Спасибо еще раз. Спасибо, Москва. Есть, есть, терминатор есть! Ребята! Вот он, вот он, вот он! А огромный перс, ха-ха-ха. А, это не привет был, это перс был. Так, постой, и чё? Бля, я ничего не могу с ним сделать. Чё-то я ничего не могу с ним сделать. Смотри. Чё-то здесь нету кнопки установить. Давай я попробую, может, перезапустить игру. Ведь можно комбить через усиленный захват ноги. Какой усиленный захват ноги? Что там за серия, за спецприем? Так, ну что, перезапускаю я игру. Посмотрим, есть ли он в игре. Сейчас прогрузит, как у Найт Вульфа. Мура, привет! Липук, да Липук в Москве там этот. Хипстером стал. Вместе с Евгеном и Раслом. Так, ну что, сейчас посмотрим. Бум, спасибо, дорогой. Don't make me laugh. Я понимаю, что это очень неожиданно. Так. Но сыграй, пожалуйста, сегодня хоть разок за терминатора. Так, доступно в боевом наборе. Так, сейчас, секунду. Спасибо. Спасибо, бум. Сыграем. Так, поиск нового контента. Ну же, ну же, ну же. Данные отсутствуют, возможно, они еще не предлагаются. Блин, есть терминатор, но я его не могу активировать. Спасибо, бум. Сейчас играем, сейчас будем, ребята, за термика всех. На Xbox вышел. Хорошо. Блин, да, она отсутствует. Я не понимаю. Может, еще не прогрузилась до конца. Так, сейчас я, короче, еще раз зайду в PlayStation Store и чекну. Так, ну что, терминатор. Так, вот он есть, да? Он есть в списке, соответственно. Но он что-то еще ничего не может. Еще ничего нельзя сделать. Ребята, напишите, да, если у кого там на PlayStation 4 заработают. Так, ну уже, ну уже, ну уже, ну уже. Блин. Москов, спасибо, дорогой. Хочу отметить, что третья лига очень мощная по скилл. Да? Какая третья лига? Но это же не третья лига, это уже где-то пятая лига. Попробую через дополнение его чекнуть. Так, ну сейчас посмотрим. А где здесь дополнение? Хронология обновлений есть. Типа вот здесь, да, это? Так, секу. Kill, спасибо. Kill switch engage. Так, игры. Mortal Kombat 11. Блин, он у меня загрузил игру просто. А, нет. Так, дополнение. Есть? PlayStation Store есть. Во-во-во. Москва, дорогой, спасибо, спасибо, дорогой. Don't make me laugh. Вчера смотрел Секандера, он рыдал на Властелине. А-а-а. Ну, если даже на Властелине уже там Секандеру разрывает жопу, то может быть, может она... Во-во-во-во-во. Через дополнение нашел. Спасибо, спасибо, Москва. Есть, есть, загрузить. Есть кнопка загрузить. Это мне, ребят, пишет. Извиняйте.
Так, ну что, установка завершена. Готовы? Готовы, ребята? Есть, есть. Вот он, терминатор. Let's go. The Terminator. Так, ну что, откроем, короче, сразу его кастомизацию. Конечно, рожа у него странная. Да. Киберубийца, модель 101. Так. Рассел. Да-да-да. Так, окей. Так. Так. Все вроде работает. Так, ну что, внешний видок. А, кстати, вот остались скины, да, которые мы только что выбили. О, ну не знаю, что-то не очень выглядят. Это уже получше. Это может мне немножко напоминает даже этот Сириус Сэма. Немножко напоминает Сириус Сэма. Но мне кажется, мы пока что останемся на таком стандартном витке. Так, вот, смотрите, что есть. Что у него есть? Так, турнирные вариации. Давайте быстренько посмотрим. Так, сразу добавили, да, ему три вары, разрушитель. Так, есть бросок диверсанта, добавляет прием бросок диверсанта, терминатор хватает оппонента в воздухе. Ого, интересно. А, ну это вот как у Джейсона, типа он захватывает и кидает в сторону. Эндовыпад есть, который мы использовали, и киберразлом. А, бьет по земле и отправляет противника в нокаут. Кстати, интересно, вот этот киберразлом терминатора ты можешь использовать в купе, скажем, с вперед 2 или с вперед 3. Я вот видел, да, как во время комбат-па... каста они это делали, и ты, типа, ты какой-то миксап используешь, и потом уже вот разлом. А, во, командник уже во второй варе. Да. Так, соответственно, есть железный спинолом, железная схватка, воздушный захват и бегущий человек. Слушай, Running Man — это отсылка к как раз Шварценеггеру, его фильму. Так, назад, вперед, 4. Добавляет прием бегущий человек, терминатор бежит. Кстати, вот эта вара мне более-менее нравится. Да. Так, о, ионная граната. Вот это уже вариация, скорее связана с какими-то сетапами. Интересно. То есть он кидает, да, гранату, качащаяся ионная граната, терминатор бросает гранат, который катится по земле. Окей, окей. Короче, будем, да, мы ему... А, ну, кстати, лучше в очках. Ну, давайте попробуем поиграть против настоящих людей в лиге Mortal Kombat 11. Это конец света? Что случилось? Арис, да ты шутишь. Пенгви, здорово, бой. А, разбанит Twitch 13 числа. То есть меньше недели осталось, ребята. Дождемся, ладно. На Switch тоже патч появился, люди пишут. А что, на ПК еще нету? Так, ну что, за терминатора, ребята? Да? Поехали. Блин, я сегодня на Wi-Fi, к сожалению, у меня это сетевого кабеля не хватило, чтобы подключить. Так, сейчас. Так, сейчас, ребята. Одень его нормально. Так его уже никак не одеть, потому что он только вышел, никаких скинов нет. Никаких скинов, снаряжения тоже нет. Сколько я играю в МК в общем? Ой, Владислав. Сложный вопрос. Наверное, ну вот если говорить там на такой постоянной основе, вот как начал стримить 3 года назад, так и играем. Разрушитель — просто совпадение. Demolition Man. Угу. Да ладно, Арис. Я говорю про захват, когда он за ногу хватает.
А, типа назад один захват, что ли? Там есть у него такая серия. Покажи опенинги и ликования. Ой, Сталивар, ну это потом. Сейчас мы поиграем немного. 3000 человек на стриме. Ребят, добро пожаловать, если что. Благодарен всем, кто смотрит. Если что, подписывайтесь. Я думаю, эта неделя будет посвящена в основном Терминатору. Будем за него играть, будем играть за все вары. Кстати, пока мы тогда на этой ноте. Сегодня в Google Play появилось обновление, вышло обновление для моего приложения Guide МК-11. Guide МК-11 это вот приложение, которое позволяет игрокам, да, становиться лучше. Можете учить комбы, там есть вот комбы за всех персонажей, там есть фрейм, да, там есть фаталити. Если что, ссылка, да, ссылка на мое бесплатное приложение в Google Play в описании. Если что, качайте. Завтра уже должны там выйти комбы за Терминатора. Я сегодня буду после стрима сидеть ночью, придумывать комбульки, да. Поэтому, если что, можете скачать, а завтра уже будете джиборить там со всеми комбами и всем-всем-всем, да. Все в описании. Так. Так, ну что? Слушай, ну... Окей. Котелькан так котелькан. Так, я хочу взять темную судьбу. К сожалению, здесь нету... Здесь нету... вот этого прыжка. Но я надеюсь, мы как-то и без этого обойдемся. Охота на нем, знаешь. Бруталку сделать с помощью ружья именно. Ружье, блин, слишком этот... слишком долго запускается. В этом может быть проблема. Ников, привет, дорогой. Спасибо. Спасибо огромное. Привет, как оно? Нормально. Рад, что вышел Арни. Печально, что заболел. Темпер под 40. Покажи херово. Руталки. Блин. Блин. Слишком медленно, короче, у него вперед 2. Я не понимаю, там командник появился? Ников, спасибо. Так, давайте мы все-таки первую игру выиграем. Иди сюда. Вот так. Привет, Джонни, попробуй вторую фаталку на средней дистанции вниз вперед вниз 4. Спасибо, вниз вперед вниз 4. Спасибо огромное. Блин, я не увидел, кто это задонатил, но... Так, постой, вниз, вперед, вниз, 4. Блин, я забуду. О, нет. Я забуду, блин. А, черт. Иди сюда. Блин. Парень просто нажимает. Не вперед, не сюда. Блин, я забуду, ребят, дайте я выиграю. О, нет. Лови файтл во, блин. Король. Так, вниз вперед, вниз 4, вниз вперед, вниз 4. Геровахи. Yes! Вниз вперед, вниз 4. Yes, работает! Работает! Бум! Бум! Телепорт! Сейчас будет. Yeah. О, смотри, какая рожа. Лежать, лежать, коты. Так, вниз, вперед, вниз 4. Ну, это лучшая фаталити. Эта фаталити, конечно, намного больше мне нравится, да, чем первая фаталка. Так, командник. Короче, надо научиться пользоваться командником, да, и прессингом за него. Let's go, let's go, let's go, let's go, ребятки. Терминатор будет разрывать сейчас.
Не думал о том, чтобы завести один YouTube-канал с нарезками своих стримов? Не знаю, сенатор. Не знаю. Не думал. Блин. О, нет. Блин. Слушай, почему так много урона, я не понимаю. Почему у него так много урона? Иди сюда, блин, отлеживайте. Вперед 2, Fatal Blow, блин. Это татарские темы, это татарская разводка. Убей! Let's go. Resistance is futile. Да. Resistance is futile. Ой, блин, не успел. Бля, я не понимаю, с 1-2 командник есть там? Ай, бля. Они добавили с 1-2 командник. Раньше вроде такого не было. Ой, Алекс, привет. Спасибо за сотку, дорогая. Всегда, пожалуйста, отличного стрима. Слушай, ты читаешь мои мысли. Надо выйти, короче, главное, из угла. Ладно, вышел из угла. Спасибо, Алекс. Спасибо большое. Чек не скин. Какой скин, Антон? О, нет. Блин, плохо. О, ты видел, нет? Ай, что это? Блин, ну что это? Ай. Ай, господи. Блин, ну пиздец. А, пизда мне. Нет. Ай, блядь. Блин, надо, короче, разобраться в этой варе. А что он может делать с бегом? Надо разобраться, что он может сделать с бегом, короче. И, соответственно, после каких серий можно лучше командник впихнуть. Ламбер, спасибо. Don't make me laugh. Жанни, блин, опять на миг. Я играю, Ламбер. Че насчет баба скина из трех частей думаешь? Хотел бы. Что за бабоскин? Спасибо, Ламбер. Я играю. Бля, это наказывается. А я не знаю, что это. Ты о чем, Ламбер? Дайте я выиграю, блин. Вот так, ладно. Ай, блядь, обосрался. Бля, пиздец. Блять, пиздец. Я не знаю, чем это говно завершать. Я не знаю, о чем ты, Ламбер. Бля, ну я хуй знаю, что делать. Бля. Ай, чёрт.
Бля, мне пизда. Блин, ну камон, да. Я умер. Все, короче, я иду в тренировку. Он меня убил только потому, что я не знаю терминатора. Иди сюда, блин. Нет, меня хана. А-а-а! Говно. Я, короче, ухожу на тренировку. В тренировку на 10 минут. Блин, а с помощью чего там можно, интересно, вот... Давайте попробуем, короче, за вторую вару играть. Давайте попробуем играть за вторую вару, но мне нужно понять, соответственно, после каких серий я могу делать командник. Так, поехали. Техни скин, термо. А, постой, ну сейчас, сейчас. Я немножко посмотрю, и мы потом дальше пойдем. Ой. Так, ладно, немножко подгорели. Немножко подгорели. Это Mortal Kombat 11. Так. Так, давайте, короче, поставим... Это, получается, вторая, да? Да, темная судьба. Темная судьба. Блин, можно... Вот некоторые вещи, да, я действительно мог наказывать. Типа, просто назад два и потом... Ну, потом вот завершать, скажем, это все командником. Так, ну что? Бег. Что у него бег делает? Так. Слушай, это интересно. А мне кажется, этот бег можно использовать как у Джейд, да? Скажем, ты делаешь какую-то серию и вперед. Так, усиленный захват. Можно усилить. Сейчас. И чё? О, постой, 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 постой. Активируется, если атака попадает в цель, когда персонаж пробежал. Блин. Слушай, прикольно, ладно, бежать. Потом что? Удар рукой. О, постой, это лаунчит? Ну-ка. О-о-о! А, Стефани, кстати, говорила в касте то, что... Сейчас. О, сейчас, сейчас, сейчас. Это типа не лаунчит именно... А постой, а можно вот так сделать? Можно, можно. Но это, мне кажется, уже сложно закомбить. Вот можно ли это в углу закомбить? Блин. Так, дальше. Удар ногой, удар ногой. Я могу это задержать. Слушай, он бежит. Вот, да, кто там хотел? Кто там хотел бегущего персонажа? Running Man. Постой. Так, как же мне ее... Когда? Когда надо нажимать на усиление? Ладно, ладно, ладно. Мы это попробуем сделать. Так, и можно остановиться, да? Так, ладно. Бег мне нравится. Так, соответственно, однерка это захват. Так, это то. Двойка что? Так, двойка это удар. Все, понял. Понял, понял, понял. Так, на команднике есть Crushing Blow. Так, воздушный захват. Так, какие у него есть продвигающие серии? Это даже не серия, это просто удар. Это просто удар. Он делает назад 1-2 и 134 этот, урон наносит. Ну-ка. Ну, кстати, очень простая комба, но мало урона. Так, ладно, ладно, ладно. Так, что дальше? Вот в углу, да, можно закомбить. А вот что можно сделать на мидскрине? Железная схватка есть все-таки. Блин, только как это мне использовать? Так, спецприем, обрез. Вот командник. Сейчас важно понять, короче, после каких серий, после каких ударов командник работает. Так, настройка и... Пускай блокирует всегда. Опа, так, есть. Так, есть. Нету. 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 А что, вообще у него серии нету? Блин, фигово, фигово, ребята. Так, вперед 2. Но вперед 2 он не... Я не знаю, вот... Да, это не работает все. Плохо, 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 плохо. Блин, ну только, только стычки, короче, да. Но, кстати, на самом деле, тыкаться, мне кажется, за него одно удовольствие. Да, вот.
Но, кстати, у него тычка очень короткая, но супер быстрая. И можно потом вот так попасть. Слушай, если, скажем, я попадаю назад 3-2, могу ли я потом это залаунчить? Так, быстренько давайте-ка мы здесь уберем блок. Так, назад 3-2. Вот так, да? Ну, так можно сделать, но... Так, смотри, здесь 159. Ну, наверное, вот так. Наверное, вот так примерно. Ну, это вот очень хороший микс. Это очень хороший микс. Слушай, не-не. Вот с вот этим бегом можно такую мансу придумать. Я это сделаю. Я это на ком-то сейчас сделаю. Так. Люди говорят, то, что там какой-то скин вышел. Что такое? Конфет? Зачем? Ну да. Как, Nice Terminator? Нормально, да, нравится, нравится, ребята. Даже, скажем, после 1-2-1 в этой варе, да, я могу использовать бегущего человека и потом завершить просто с помощью ноги. Но других вариантов я особо не вижу. Ну, короче, будем что-то типа такого делать. Отмена бегущего человека, да. Все это имеет место быть. Командники, бегущий человек. Это вот как у Джей, да. У Джей тоже есть вот этот разбег. А, и, соответственно, можно его использовать. Ой, спасибо. Я, короче, вот эти подстилки, как они называются? Доктор Мол. Подстилка — это другое? Да, этот сосу, чтобы, ну, чтобы этот кашель прошел. За кейси скинуть. Джонни, удар ногой, где хватает за ногу лаунч. Какой удар ногой, алло? Какой удар ногой? Скажи мне этот input. Так, ну что? Так. Ну, кстати, скинчики. Скинчики нормальные, нормальные. Так, облачная роботехника, методичный истребитель, смертоносный киборг, умное оружие, временной парадокс, не испытывающий колебаний, бесчувственный, трехмерное сканирование, дедуктивную машину. Program to kill. Йоу, это что такое? О, слушай, мы... Ребята! Йоу, постой, это что? Ты видишь название? Ты видишь название? Сейчас, где это? Йоу! Это машина из качалки Джонни! Ребята, качалка Джонни — это типа мой проект, где я, ну вот, обучаю там людей, да, играть в Mortal Kombat. Качалка Джонни — это мое приложение на Android и на iOS. Слушай, мне кажется, Терминатор, вот что он так джиборит. Это машина из качалки Джонни. Йоу. Блин, Антон, ну спасибо тебе. Спасибо. Ребята, качалка Джонни только что обновилась. На Android, да, мое приложение называется Guide MK11. Пока что там нету мувов Терминатора, потому что он вышел там 10 минут назад. Но завтра, вот завтра к обеду должны быть уже мувы, должны быть комбинации, которые я вот сейчас буду придумывать. Если что, вы тоже там пишите свои комбы. Вот это все из качалки Джонни. Если что, качайте это приложение, оно бесплатное, есть на Android, есть на iOS, ссылки в описании. Слушай, это машина из качалки Джонни. Так, сейчас, секунду. Джонни, дорогой, спасибо большое. Свет. А если противник женского пола, что он ей раздавит? Хочешь, чтобы мы попробовали? Ну давай, сейчас посмотрим. А я не знаю, а там они нарисовали, нет, женские половые органы? Блин, а как выбить-то? Можно найти в элитных башнях? Блин, я буду... Будь... Надо найти вот этот... скинчик. 100%! Это машина из качалки Джонни.
Да. Спасибо, Антон. Спасибо, дорогой. Джонни, самая крутая вара — это гениально захват рукой. То есть, что за захват рукой? Блин, ну пока что у меня только такое есть. Запись стрима, надеюсь, будет. Да, да, я где-то, я этот... Я записываю там... Ой-ой, господи, что на... Так, сейчас, извините. Вот так. Когда терминатор на ПК? Так вроде же люди говорят, то, что там патч вышел только что. Ламбер, что там? Что там это случилось? Джонни, спасибо. Сейчас посмотрим, говорю, что будет там на женских персонажах. Что насчет Бабоскина из третьей части, думаешь? Хотел бы. Кто такой Бабоскин? Бабоскин — это вроде мультик какой-то, нет? Так, что-то мне слишком много светит. Так, давайте посмотрим. Короче, на... О, киберубийца. Обнова появилась на ПК, ребят. Если что, можете на ПК тоже качать. А. Угу. Барбоскин — это же мультик какой-то. Пенсионный фонд качалки, да. Сейчас. А, постой. Так, не товар. Давайте второй возьмем турнирную. Скины, скины бабы. Бабоски. Что такое? Что скин бабы? Ты про этот? Не понимаю. Что насчет Бабоскина из третьей части? Кого? Я не могу дойти до мысли этой. Барбоскин — это мультик, да. Это не скин. Так, ну что, попробуем, что ли? А, ну там ничего нет, блин. Слушай, а вдруг у одного из женских персонажей там между ног что-то окажется? Сосиски, да? Может, этот стоит выяснить? Здесь никто там не прячется, не притворяется. Так, смотри, сейчас. Ну да, да, тут уже нету вот этой модельки. Ну вот так, я не знаю, ну как еще комбить-то, блин, за него? О, ну вот, да. Ну, команники можно, да, использовать. Вот, я бы скорее вот так комбил. Да, вот. Так, еще раз. Ну, кстати, еще вперед 3-4. Очень далеко летит удар. Ну, не так далеко, если честно. Ну, ладно. Ну, кстати, вперед 3-4. Я вот только что допер. Можно использовать как разводку, да? Ты делаешь там или вперед 3-2, или вперед 3-4. Если оппонент лезет в твой вперед 3-2, то он сожрет четверку. Так, ну что, поехали. Поехали, ребята. Давайте, победа. Только победа. Let's go. Блин, я просто не знал. Вот, мне кажется, за эту вару очень важно использовать бег, да? Вот как у этой... Джейд есть хороший бег. У него тоже вроде неплохой бег. Можно использовать его, скажем, там чисто чтобы отменить или еще что. А что, Соня? А, типа этот? Нету ли у нее между ног чего-нибудь? Какой персонаж, по-твоему, самый топовый в МК? В этой части? Ну тут, опять же, стоит определить критерии, да? Самый топовый по дизайну, по силе, по интересному геймплею. Да, сенатор. Нормально, нормально у нас модераторы. Так, ну что, сможем победить? Поехали, поехали. Что такое рестенд? Рестенд — это когда ты после своей комбы, ну или просто удара, оставляешь оппонента найтли. Спасибо. Как там твой клан поживает? Спасибо. Так, песенку заказать. Ребят, если что, пожалуйста, заказывайте песни в Donation Alert, все это есть. Спасибо. Ну что, давайте, поехали. Темная судьба. Что там по скину? Сейчас посмотрим скин за Касси.
Найтвульфа стоит покупать. Я думаю, да, Найтвульф мне в итоге понравился. Шансун оказался каким-то, я не знаю, прям уж слишком противным зонером. Но вот Найтвульф мне нравится. Он такой супер простой, супер сильный. Терминатор, я думаю, тоже из этой оперы персонаж. Рестенд — это когда оставляешь оппонента на ногах после комбы и можешь его дальше прессить. Ну, можешь прессить или нет, это зависит от плюсов на рестенде, но вот то, что оппонент остается. Бум! Бум! Окей. Блин, а как? Ладно. Блин, господи, эти попрыгунчики. О, нет. О, нет. Кстати, у меня идея появилась на один миксап. Господи, это что такое? Бум! Я не знаю, почему он отпускает блок. Не отпускай ты блок! Get over here! I am taking you down, I am taking you down, Shaolin boy. Прыгай, 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 прыгай. А, господи, как он любит прыгать. Прыгай. Ой, господи, это оверхед. Ой, господи. Нет. Мурлокин, привет, дорогой. Минус больше, чем 32 121, меньше, чем минус больше, чем 31, вроде неплохо. О, господи. Ой, господи. Я посмотрю твою комбу, Мурлокин. Вау! Бау! Чисто, короче, достал свой ствол. Ты видел, как он охер... Воу, говорит! Мурлоки! Назад, назад, вперед, 3-1. Я посмотрю, я посмотрю. Ну, я примерно так и комблю. Вот это норм, вот это красиво было. Да я понял то, что он сейчас что-то нажмет. Я понял то, что он сейчас чем-то встанет, да, чем-то пойдет. Спасибо, Мурлоки. А что такое назад, вперед, 3-1-то? Блин, вот как завершать вот эти камбы, я не понимаю. Блин, опять попрыгунчик. Да ё-моё, вверх 2 на пол экрана. Так, одну усиление есть, так, теперь. Господи, как он прыгает? Вот так. Нет! Слушай, ты видишь? Иди с... Нет! Бля, вот это мэшфейс пошел. Вот так, иди сюда. Йоу, future secured, ребята. В будущем мы уверены. Так, я побегу на него. Бум. О, нет. Вот так. А, блин, ну что-то на отмене слишком много, мне кажется, кадров. Там нету плюса. Иди сюда, блин, хватит там этот. А-а-а! Блин, ну что? Пожалейте старика. Ну, два, господи. За шляпа на ровном месте. Ай-яй-яй. Так, ладно. Спокойно, спокойно, спокойно. О, нет. О, господи. О, он напрыгнул ногой, а потом в эту кувалду достал. Ладно. Иди сюда, блин. Да, господи, вот эти кумлау, что они делают постоянно? Иди сюда, дорогуша. Блин, мне нужно научиться командниками пользоваться за эту вару. Кстати, вот такое можно наказывать вперед 3-2.
да ёмы. Так, есть один командник. Есть второй командник. О, господи. Слушай, парень прям не ведает страха. Он просто... Он просто... Так, ладно, сейчас попробуем. Так, у меня есть? Так, у меня есть Fatal Blow, да? Don't make me laugh. Джонни, обещал, пройди инструктаж за термо и будет скин из темных судеб с рукой железной. Бум! Спасибо, апельсин! Гибрид, привет! Don't make me laugh. Спасибо, ребята! Хорошего стрима! Спасибо, гибрид! Так, песенка пошла. Let's go, let's go. Блин, а долго проходить этот инструктаж? Если как бы за 5-10 минут, то можно, наверное. Спасибо. Тигр, привет. Don't make me laugh. Нормально, нормально. Привет, бро. Наконец-то терминатор, дружище. Джонни, обрати внимание на этот скин из качалки. Джонни, точка, открой и посмотри на надпись Майки Термика. Думаю, они имели в виду Кейджа. Но прикольно, будем выбивать скин. А, нет, но... Оригинал действительно имеет в виду там типа Джонни Кейджа, но локализаторы, так сказать, есть у нас, короче, контакты с некоторыми локализаторами, и вот они, получается, по своему желанию добавили это то, что качалка Джонни. То есть это имеется в виду про нашу качалку Джонни, а не про качалку Джонни Кейджа, вот. Ну, как бы такой маленький истерек, так сказать. Вот как раз именно для русской аудитории, кто знает, да? Кто знает, кто шарит. Спасибо. Там есть такое, там есть такое. Надо выбить этот скин, надо выбить этот скин. Так, сейчас посмотрим Харли. Посмотрим, что там с инструктажем этим. Так, где это у нас? Вот это. Машина из качалки Джонни, ребята. Let's go, let's go. Надо бы еще модельку заменить, да, типа на наш логотип, и будет прям супер. Так, сейчас давайте Кейси посмотрим. Так, ну что, Харли Квинн. А где она вообще? О, это же получается из лиги. Ну, кстати, она круто смотрится. Блин, вот это тупо, конечно. Что-то я не вижу ее скина. А, постой, так он у меня открыт должен быть, да? Он у меня типа должен быть открыт, но я его не вижу. А где, где скин Харли Квинн? Скин скачай. Сейчас посмотрим. Так, вы завершили. А его скачать надо? Ламбер, спасибо. Я не понял, что там за барбарики. Don't make me laugh. Так. Ох, боже мой. Я спросил, хотел ли ты, чтобы для Терминатора скачать добавили надо скин Терминатора. Сейчас, бабы скачаю из Терминатора 3, спасибо, восстание Ламбер машин. Скин бабы. Баба скин, мои ударения. Точка, ну короче, ладно. Ты, видать, не смотрел. Раз тебе первым приходит на ум говорящие собаки от студии Мельница. А это Мельница, что ли, этот? Барбоскинов сняла. Так, сейчас, ребята. Спасибо, Ламбер. Я понял, это там что-то, какой-то киборг, да? Полутерминатор, полуженщина. Так, сейчас. Где это? О, PlayStation Store. Сейчас скачаем. Я не знаю, женщина. Ну, так, 50 на 50. Во, Кейси, да, Харли Квинн? Так, сейчас я быстренько скачаю. Спасибо за сотку. Ребята, из... Я понял, наконец дошло. Так, сейчас загружаем. Так, Кейси Квинн называется. Облик. Вот он. Так, ну что, установка завершена. Давайте посмотрим, появился он у меня или нет.
мне как-то, не знаю, индифферентно, будет, не будет. Ну, как бы я не... вот они, да? Типа, они теперь подсвечиваются, то, что новое. Мне немножко не хватает, мне кажется, объема груди, нет? Джонни, Терминатор. Трек для Джонни Терминатора. Поехали, поехали. Да, вот, и скачалки, которые. Спасибо, спасибо. Ну, нормальный скинчик. Просто мне как-то на фото он больше нравился. Ну, вот такой. Хотя зеленый тоже норм. Ну, давай вот такой пусть будет. Ну, нормально, окей. Какая-то она полная. Ну, что-то на картинке выглядела лучше, чем моделька. Ну, может, вот в игре будет нормально смотреться уже. А, я ожидаю гачи, короче, а его нету. Я думаю, что происходит? Так, падай ниц, окей. Так, ну что, основной персонаж. А что? А куда я зашел? Обрез, захват гориллы. Ну давайте пройдем инструктаж, как бы, может я что-то не знаю. Ну вроде здесь уже более-менее все понятно. Вот говорю, вот этот разбег, да, надо научиться им пользоваться. Я думаю, ты уже начнешь более глубоко раскрывать Терминатора и лучше за него играть. Я привык, короче, к этой версии, там, Распутина с гачи, что-то гачи не идет. Так, Терминатор — это заряженный на атаку персонаж. Ну да, да, все верно. Так, обрез у нас. Так, усиленный обрез. Не, прикольная механика, то, что он куда-то отходит. Так, это что такое? А, это вперед. Блин, не то. Да, да, надо держать вперед. Командник? А, нет, это другой командник у него еще есть. Бля, когда его селять-то? Блин, я не понимаю. А, сразу надо усилять. Тик-так, привет, дорогой! Don't make me laugh. Мне нравится пока что Терминатор. Как тебе, Арнольд? Новая им. PS-кэси толстая чёт. Чё-то да, чё-то прям... На картинке как конфетка выглядела, да? Здесь чё-то в игре... Ну... Может, там модельку немножко надо было изменить. Ну, посмотрим, как это ещё будет играться. Ну, вот как на поле боя она будет смотреться. Тоже, ну, такое... Среднее. Ощущение от этого скина. Спасибо, Тик-Так. Мне Терминатор пока что очень нравится. Я, ну вот, такие простые, очень эффективные персонажи. Это вот как раз мой конёк. Я вот люблю играть за таких больших мужланов, да, которые там мало бьют, но сильно бьют. Вот он прям под эту категорию подпадает. Так, захват гориллы, держать вниз. Don't make me laugh. Джонатан. Требую просмотреть его пенинги и ликование Терминатора. Спасибо. Таливар, блин, ну, сейчас. Ты все про это пишешь? А, вот, держать надо. Спасибо. Ну, сейчас посмотрим. Спасибо. Да, хорошо, давай быстрее. Вот оно. Так, ради человечества. А, он еще серии показывает. Так, критический бой. Вот это нормальная серия. А, соответственно, из нее, да, можно выйти в какое-то нормальное наказание, среднее. Спасибо, Сталивар, спасибо, дорогой. Ну тут, да, в тренировке основные такие серии, удары показывают. Так, молотоборец. Ну, вот я не знаю, как вот именно использован этот один захват. Монархист. Так. Песенка из Джокера, окей. Так, вперед, 3-2. Так, вперед 3-4.
Ну что, все? Ну ладно, инструктаж вроде не такой этот долгий, так что нормалек. Ну скин какой-то лоховской, блин. Если бы они дали терминатора из качалки Джонни, да, машина для убийств из качалки Джонни, то это было бы немножко другое. На какой платформе игроки сильнее, на PS4 сильнее. Но на ПК я тоже буду больше играть, потому что вот именно моих зрителей больше на ПК. Да. Так, ну что там открылось? Ну-ка давай посмотрим. Вот эта хрень. Ну давай за нее поиграем. Очечки есть новые? Не, очечков нету. Ну ладно, вроде нормально смотрится. Брутал. В этом скине у него получается левая рука, да? Соответственно, кожа раздроблена. Привет, Алтын. Нормальные дела, как ты? Так, ну что, поехали? Поехали дальше джиборить. Пока что играем за вторую вару. Надо научиться делать командники. И выводить еще на crushing blows командников. Командник кинуть обычный назад, кинуть вперед и кинуть вперед усиленный. После этого заряжается уже, соответственно, командник лаунчер. Поехали. Зацени эндоскелет. Ну да, кстати, посмотрим мы, ребята, что можно сделать с этим эндоскелетом. Это получается, опять же, да, спецприем, который одевается. То есть это не турнирная вара. Как задонатить? Unkind. Ну, этот... В описании есть ссылка на поддержать Джонни. Можете там песенку сразу скинуть, если что. Так, это тот котель, ребята. Пора мстить. Пора, короче, мстить. Вперед 3-2. Да, там же вот комбу скидывали, да? Сейчас, секунду. Вот Мурлокин скидывал. Вот что такое назад вперед 3-1. Так, поехали. Поехали, ребята. Пора мстить. Пора. Мне кажется, вот против этого челика очень хорошо бег будет работать. Был донат, посмотреть. Ой, блин, опять лик... Да, ликование. Все, сейчас играем, посмотрю. Сейчас Сталивар посмотрю. Извини, ладно. Блин. Слушай. О, господи. Бля. О, господи. Бля, я хуй знаю, что делать. Бля, отходит и отходит. Иди отсюда, блин, дорогуш. Блин, да что... Ай-яй. Ладно, короче, надо научиться держать нейтрал за терминатора. О, господи. Бля. Неужели? О, нет. Блин, короче, я сейчас возьму Джакса и уничтожу его. Так, песенку давайте. Round two. Fight. Бля, это не конфермится, представляешь? Блин, я беру Джакса, короче. Больше я этому парню победу не отдаю. Блин, да. Не, я Джакса беру. А он у меня поинтов не заберет. Блин, не знаю, как нейтралить за него. Может, действительно нужно вот бег, да, включать. Бег включать, чтобы быстро доходить до оппонента. И жаль то, что у него дробовик — это высокий удар.
Джакс. Шинокс Боун Темпл. Так, ну все, мы сейчас с тобой поиграем, дорогуша. Поехали. Round one. Fight. Окей. Иди сюда, все. Don't make me laugh. О. А какая вара Терминатора больше всего напоминает Джейсона из МКХ? Спасибо, Салтанчик. Сейчас посмотрим. Don't make me laugh. Ого. Спасибо огромное. Мне кажется, вот вторая с командником, вот как раз за которую я пытаюсь сейчас играть. Иди сюда, блин. О, нет. Don't make me laugh. Привет, топ. ЧСВшник. Вот еще Сундов с Джокера. Хорошо. Там Head был? Что-то я сомневаюсь, то, что там эта песня была. ЧСВшник, там реально эта песня была? Спасибо. Данил, привет, спасибо тебе. Don't make me laugh. Нойз. Привет, Гис Нойз. Добрый вечер, Джонни. А сделаешь Бруту за Китану распотрошение? Если она у тебя открыта. Ой, блин. Если нет, Бруту за Арни. Заранее спасибо. Давай, дорогой. Давай за Арни, давай за Арни. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Сейчас, сейчас все сделаем, ребят. Постараемся. О, нет. Лежать, 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 короче. Так, фаталку. Ой, у меня тут так много бруталок открыто за него. Назад надо держать. А, нет, это тряпичная кукла. Спасибо, спасибо, Анка. Как сладостное отчаяние, как приятен страх. Я отчаялся, ребята. Don't make me laugh. За Дивору Катани. Три вару, естественно. Бум, блин! Don't make me laugh. Ой. Спасибо большое всем, Монархист Ламбер. Блин, я не буду играть за других персонажей, я хочу за Терминатора. Сегодня день Терминатора. Пипец. Я просто не хотел ему проигрывать. Я не хочу проигрывать. Лежать, лежать.
Блин, что-то он меня... Короче, танцует туда-сюда, двигается. Шмени-мени, вот эти вейв-дэши. Спасибо, ребят, спасибо большое. Сейчас. Мы за Терминатора играем. Ламбер, напомни потом, я сыграю. Как песню заказать? Гиснойз, а там это, типа, можно в Donation Alert там прикрепить ссылку на YouTube, и там все потом вот добавится в очередь. Тащи, Джонни. Ой, сложно, ребята, сложно. Так, давайте посмотрим тогда все вот эти интро, да, аутро Терминатора. Посмотри, PS Store, новые наборы. Какие наборы? Покажи геймпад, Томас. Ну вот, DualShock 4. Привет, Михайлов. Да, Терминатор, ребята, у нас. Ну, давайте оценим тогда вот эти вступления и ликования. Так, у меня пока что только одно открыто. Окей. Нормально, нормально отрисовали. Это все из фильма, блин. Помните, как он вот... коробка вроде из-под роз была, да? Он оттуда достает вот это ружье свое. Это он уже на мотике едет. Нормально. А вот это я, кстати, не понимаю, что это такое. Это типа Сара Коннор, которая в роли Сони, или что? Это Соня в роли Сары Коннор? Это вот из какого момента, из какого фильма? Что-то я забыл. Не пропускай катсцену, где они говорят, что это друг друг. Хорошо, я не буду. Вот это топ. Мне вот нравится вот это ликование и нравится вот фаталка, да, вторая. Сними очки. Ну, сейчас сниму. Из первого? Что-то я забыл этот момент. Ну, это пойдет, чушь. А, кстати, мы с Олей вчера посмотрели первую серию нового сезона «Ходячих мертвецов». Блин, что-то это в какую-то уже комедию превратилось, ей-богу. Ну, не знаю, не были, это, так сказать, впечатлены. Ого. Ну, нормально, мы это видели, да. И цель уничтожена. Кстати, помните, мы один раз вот обсуждали, соответственно, каким может быть Терминатор, да, каким должен быть Терминатор. И вот как раз вот это его видение. Терминатор. Терминейтед. Ну, круто, круто, да. Ничего не скажешь. Но мне... нравится сфера. Неплохо вот то, что он ружье достает. Здесь в ликованиях. О! Грам, опять ты. Привет, спасибо. Джон, привет, на Джаксе прыгунов назад вперед 4. Ну да, да, типа. Типа, да, если прыгают, то можно пытаться анти. Но это просто небезопасно. То есть, если ты, скажем. Или это на какую-то верочку нажал, да? Надеюсь, то, что сейчас оппонент прыгнет, это может там не сработать. Видел, что в этом аутро нашли чаров из второго комбат-пака? Что-то там такое было, да? Так, ну что, к следующей цели. А, ну ладно, мы это уже видели. Здесь вот больше всего нравится именно, наверное, отправление в будущее и эндоскелет. Ну, цель уничтожить тоже нормально. Ну, такая простенькая анимация. Здорово, провокатор. Ну, немножко, может быть. Так, сейчас, ребята, я одну вещь опубликую быстренько. Мотоцикл Джонни Кейдж. Да, мотоцикл Джонни Кейдж. Блин, а там через Google этот, что ли? А, через YouTube суперчат что-то попросили? Реально, Hurt этот? Была в Джокере. Я ее не слышал. Ну, типа, это вот заглавная тема Логана. Так, сейчас, ребята, будем нагибать.
господи, ребят, что же вы? Что же такие любители кастомизации? Ну, что-то тут я не вижу глаза, ребята. Где глаз-то? Что-то вы меня обманули. Ну, видно в другом скине, видно в другом скине там. Вообще, вот этот красный глаз Кана, он был вдохновлен именно глазом термика. Сенатор, спасибо, дорогой. Спасибо за 20 рублей. Бруто за Арни. Давай за Арни сделаем, Данил, ладно? Поехали, поехали. Сними очки. Я только что снял очки, Владислав. Да, минута грусти на стриме. Посмотрим все вары Терминатора. Ну, я думаю, ребята, до этого дойдем, до этого дойдем. Ого, ну ладно. Блин, отказался, хорошо. Так. Сейчас, ребята, одну вещь чекну. Спасибо, Сенатор. Блин, слишком громко, да? Сорян, за 20 рублей я просто первый раз донатил. Да ладно, спасибо, спасибо большое. Господи. Блин, что-то пинг все больше и больше. Спасибо, Сенатор. Ой, блин, Гизной, спасибо огромное. Вижу 2 евро. Песенка твоя будет. Ой, ой, ребята, спасибо вам за поддержку. Что-то я... Что-то мне кажется, вы мне донаты сломали, нет? Авенджер, спасибо за сотку. Гизноис, some kind of reptile. Спасибо, ребята, спасибо. Так, сейчас все должно быть нормально. Я не знаю, в чем там дело. Ой, господи, блин, сейчас, короче, мешать будет. Ладно, ладно, ладно. Так, ну что, темная судьба, попробуем. Блин, слишком громко вот это. Умиротворение, дорогой. Не так давно слежу за тобой, подпишусь на Твиче. Спасибо. На Твич возвращается через 5 дней. Блин, я не хочу брать Джакса, если честно. Блять. Ебать, вот это, конечно, нажиматели. Блин. Иди сюда. Так, поставь, там у него какая? Это разгар зимы? Так, соответственно, у него нет слайда, да? Ребята, потные парни, которые просто нажимают нон-стоп. Блин. Спасибо большое, Пеппер. Thank you.
Блин. Я так не хочу на Джаксе играть. Блядь, такие мешеры, я просто бля, пиздец. Бля, я так хочу взять Джакса. Каласы, спасибо. Don't make me laugh. Fight. За какого персонала лучше всего начинать играть, кроме Скорпиона? Скорпион, Саб-Зиро. Скорпион, Саб-Зиро. Просто жесть. Я хуею. Спасибо. Скорпион, Саб-Зиро, Люкана тебе могу посоветовать. Скажем, какой-нибудь Барака тоже, да? Блин, я хочу сделать бруталку, но что-то я нечаянно этот... нечаянно нажал захват вперед. Так, смотри, бег, короче, мы можем еще использовать вот как раз, чтобы как-то вот засетапить на захватик. Захватик вперед 3-4, сейчас мы будем постепенно к этому приходить. Спасибо. О, господи. Блин, это наказывается. Авенджер, спасибо. Да-да-да, есть там. Джонни, включи трек Курамата Пердели. Блин. Спасибо. Слишком медленно. Ой, блядь. Так, я сделал сильный, да? Теперь мне нужно два вперед. Давай-ка за баба хай партиечку за Джонни с дублерами в рейтинге, за Ироны с капканами еще. И за шанс Унга с превращениями в ниндзи. Сделай жаришку. Блин. Лысый, спасибо, я играю за Терминатора. Спасибо тебе за поддержку. Ребят, я не беру сегодня ваши персонажи, вы меня простите. Люди пришли на термика посмотреть. Ну и я им это дам. Чё? Ааа, лежать, блин! Спасибо! Спасибо огромное, ребята, вам за поддержку такую. Фу. Но этот, сегодня мы за Терминатора играем. Огромное спасибо, Лысый, дорогой. Блин, это мат какой-то. Большое спасибо, Лысый. Большое спасибо. Yes! Yes! Ребята, пора, короче, включить Халка. Пора включить машину из качалки Джонни, да. Бруталку на Арни. Как смогу, как... Это, сделаю, как смогу, ребята. Сделаю, как смогу. Я пытаюсь, пока не получается. Спасибо большое, Лысый. Спасибо, дорогой. Yes! Слушай, ну сейчас мы на Терминаторе дойдем. Дойдем еще до чемпиона. Я не понимаю, это мат, да, или итальянский язык? Минус 100 ПТС, парниша. Ну, как бы надо учиться играть. Так, ну что, давайте посмотрим, может, действительно, вот какие есть у него еще вары, да? Темная судьба. Мне понравилась эта вариация. Мне понравилась эта вариация Терминатора. Надо вот дальше как-то ее развивать. Вот и, наверное, эта вара более-менее играется, как Джейсон.
Бегущий человек, наверное, не самый бесполезный спецприем. Хана, дорогой, привет! Третья вара. Блин, это граната, да? Ионная граната. Может, попробуем. Я просто не знаю, как типа за эту вару комбить. То есть у него без командника надо завершать. Что там происходит? Спасибо, Хана. Так, разрушитель. Соответственно, бросок диверсанта, эндовыпад, киберразлом. Ребята, завтра мы будем, ладно, и за ваши персонажи играть. Очень много людей зашло, я хочу им вот в первую очередь терминатора показать. Сорян, сорян. Мне терминатор нравится, говорю. Простенький, эффективный, сильный. Как бы вот это, возможно, три такие главные характеристики, которые вот лично я, да, ищу там в каждом персонаже. Поэтому он, типа, подходит мне. Да. Так, ионная граната. Назад вперед 3. Я не знаю, хотите, чтобы я за 3 поиграл. Блин. Сложно будет за 3. Так, какая вара, соответственно, с. О, вот, смотри, видишь, машина времени — это телепорт. Киберразлом. Мне нравится, кстати, вот киберразлом. Надо вот тоже, да, это дополнительный инструмент миксапинга. Так, перезапуск системы. Вот он, эндоскелет. Жестокие махинации. Заменяет прием машин для убийств. Терминатор получает броню. Но лишается возможности использовать рывки, прыжки и приседания. Ну, это как Джейсон, один в один. То есть он активирует ауру, не может блокировать, не может прыгать. Но может... Но у него есть броня постоянно. Анкайн, спасибо еще раз. Огромное спасибо. 2-3 к вам на фон. Точка, 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 хз, как чем не... Симаргл какой-то. Джон не ебош. Спасибо, как дойдет, должен твой трек быть. Авенджер, спасибо еще раз. Don't make me laugh. Я не могу! Свой трек, раз Курамата, пердели, не Джонни хочешь. И ТД, Show Me What You Got называется трек. Хотите, чтобы за эндоскелет поиграли? Ну давайте, давайте попробуем за эндоскелет. Только тогда, получается, мне уже не в рейтинге. Спасибо, ребята, Avengers. Так, я тогда возьму вот эти жестокие манипуляции. Соответственно, первое, да? Блин, а я не знаю, какие вообще есть возможности, да, у эндоскелета. Интересно, а эндоскелет может захватывать? Ладно, сейчас, короче, определим. Сейчас попробуем понять. В общем, эндоскелет, соответственно, перерождает терминатора, когда у него остается мало жизни. Ну и типа этот уже... Так, ладно, не включил соревновательный режим, посмотрим. Ой, ребята, одни нервы в этом рейтинге Mortal Kombat 11. Но мы выигрываем пока что, хорошо. Или может мы с вами царя горы сделаем, типа, только на терминаторах. Хотя, нет, это скучно будет, наверное. Будешь играть Last of Us 2? Не знаю, Салох, пока не могу сказать. Что за трек, ребята? Вы можете посмотреть по ссылке Donation Alert в описании последние треки. Этот трек называется Subfocus Solar System. Давай, 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 давай. Сейчас, короче, удивим кого-нибудь эндоскелетом. Боссики, давай, дорогуша. Битва вайфайщиков. Yeah, I'm ready. I'm ready. Так, ну что? А, так это та же вара. Ну, мне, наверное, тогда придется... О, господи, это Китана. Так, вот это, да, вниз-назад 3? Интересно, а он как Джейсон будет потом в какой-то стан отправляться после завершения ауру?
You got a permit for these guns? I've got your permit right here. Ой. Ой-ой-ой, ребята. У меня тут штатив лег, что ли. Блин. Блин, а что делать? Ладно. Я тут. I got your permit right here. Видно меня? Я буду стоять и играть. Блин, опять там этот батарея легла. Керджик, спасибо, дорогой. Don't make me laugh. Джонни, привет. Интересные стримы. Спасибо. Главное, не останавливайся, несмотря ни на что. Спасибо огромное, Керджик. Right in the street. Maybe this time there's no retreat, there's no surrender. Devil is rising. A shadow from the past. Блин. Так, а, блин, типа там перерождение будет только этот? Только потом? Round two. Fire. Ебать, ну как она там нажимает? Так, хватит тут мне свое говно тыкать. А почему у меня броня пропала? Ой, господи. А он будет жить, нет? Блин, постой, а он не будет жить, что ли? А что? Я просто так взял этот индохиритон? Не понял. А где эндоскелет? Почему он не активировался? Типа, если его добить с помощью Fatal Blow, он не будет работать? Блин, мне придется сесть, короче, на корточках. Мне придется на корточке сесть, чтобы... Да блин, что-то... Да, ребята, извините. У тебя должен быть лоу-хоп. Да это бред. То есть, типа, если он делает Fatal Blow, то он меня добивает. Бля. А как за него комбить-то? Я не понимаю. Какие у него есть? А, у него захват гориллы так и есть. А, этот... Блин. А, захват гориллы это другой командник, да? О, нет. Обосрался. Блин, так неудобно играть, ребята, если честно. Черт, что делать? О, нет. Ой, нет. Блин, что-то говно какое-то, ребята. Thank you.
Блин, как же это тупо выглядит. Блин. Блять. О, господи. Блин, если она кинет, то все, что ли? Бля. Иди сюда. Блин, а что? Не, что-то говно эндоскелет, ребята. Что-то мне вообще ни хера не нравится такая игра. А мне кажется, лучше спецприемы иметь. Окей. А, и что? И сейчас она меня просто засрет? А я могу прыгать? И все, да не, говно, короче, не буду я играть. Монархист, спасибо! Сабфокус опять. Не, что-то полное говнище, эндоскелет, эндохернет. Мне кажется, вообще не вайбл, вообще не вайбл. Вот я не знаю, у Джейсона там было возрождение, оно, кстати, было неплохим, в том плане, то, что оно его потом никак не ограничивало. Так, сейчас, дайте я быстренько камеру поправлю. Мне это вообще не нравится, говно. Сейчас, ребята. Блин, как же... Блин, я, короче, сижу на корточках, но это единственное, что я могу сейчас делать. Сейчас. Вот так. Сейчас. Ладно, продолжаем стрим. Так, ну ладно, мне эта тема совершенно не нравится, как бы, ну тут даже смысла нет за нее играть. У Джейсона, возможно, возрождение было неплохим, потому что оно его никак не ограничивало, и это был тот же Джейсон. А здесь возрождение как бы делает из тебя полного инвалида, как бы, и как бы попробуй после возрождения хоть как-то камбэкнуться. То есть он не может двигаться, он не может использовать спецприемы. Я не знаю, может там единственный вариант, если он как-то останется в углу, так его и добить легко, и он не может блокировать. Не, короче, не буду я за это играть. Так, что-то бомбанули. Ладно, спокойно. Блок. Мне кажется, блок нельзя ставить. А можем, конечно, посмотреть, ребята, скажем, третью вариацию Терминатора. Что думаете? Спасибо, анархист. Так. А что там интересно по башням? А, башню термика мы уже прошли. Может, мы с вами поиграем немного? А здесь интересно что? А, здесь трое. Блин, ну трое мне не очень нравятся. Так, здесь же можно заменить, да? Ты не понял, вся фишка сигилета в том, чтобы противник от страха ливнул, да. Оль, смотри, как мне приходится сидеть. А? Чего? Яйцо откладываю, да. А, фаталити типа уже есть. Блин, ну я пройду, короче, вот эти башенки, да, постараюсь как можно скорее там всякие бруталки выбить. Так. Что, третью вару посмотрим? Вторая вара мне нравится, я вам сразу скажу. Мне кажется, можно из нее что-то сделать. Надо как-то правильно использовать именно фишку с вот этим разбегом, я думаю. Так, ребята, я здесь. I'll be back. Здорово, дорогой. Вот хромакей, который вы постоянно просите. Салют.
Слышал, что Sony закончила бета-тест кросс-платформы? Интересно. Не, про это не слышал, I'll be back. 11. Ты ждешь этого? Я сомневаюсь, то, что... Спасибо большое за сотку, I'll be back. Я сомневаюсь, то, что в МК-11 когда-нибудь появится кросс-платформа. Но максимум, что может появиться, это, скажем, игра между PS4 и Xbox. И то я очень сильно сомневаюсь насчет этого. Мне кажется, на... В МК-11 не будет такой фишки, да, как игра между разными. Ой, монархист! И 700 рублей! Йоу, спасибо! А чё там ничего не пишешь? Ничего не пишет, ничего там не скидывает. Спасибо, монархист! Йоу-йоу! 700? Yeah, fisting is 700. Спасибо, ребят, всем, кто поддерживает, да. Сидим на корточках. Так, ладно, давайте дальше. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо всем. Огромное спасибо, монархист. Так, ну что, страшный суд, типа, третья вара. Там есть бомбочка, да, которая, я так понимаю, со временем взрывается. Да, я сомневаюсь, что будет хоть какая-то кросс-платформа. А что это делает? Метательная атака. Ага, постой. Стефани говорила то, что если кинуть на оппонента вот эту говнюшку, то оппонент вроде не может усиливать спецприемы, что-то типа такого. То, что он типа не может уже вроде на вставании даже усиливать. Так, ионная граната, да? Можно вперед, можно назад. Ну-ка. Вот так. Интересно, интересно. Интересная тема. А, вот, да, типа он... А, я понял. Так, ну-ка. И она сразу взрывается. Ну, типа, можно закомбить, наверное, да? Во-во, это комбится, слушай. Слушай, интересно. А есть ли какие-нибудь интересные комбы? Ну вот, что типа такого можно сделать. Чё, попробуем за эту вару поиграть? Ну это интересно, то, что можно под себя кинуть, да? Ну да, если вот... Ну это вот сетап. Ну это еще средний удар. Если бы это был еще низким, можно было бы вот как-то так... А, миксовать оппонента. Бля, а вот нету на вот этом командника? На вниз-назад-вперед 2. Нету командника. А сокрушительные удары у него какие тогда? Что-то у него КБшек вообще нету в этой варе. КБха единственное, это на вперед 3-4. Бред. Блин, у него нету вообще КБ. А на захвате нет у него КБ? О, постой, 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 постой. У него есть КБ? А, нету. У него есть КБ вроде на прыжке, да? Вот, есть у него прыжка на хоп-джампе. Блин, надо попробовать, конечно. Вот, смотри. Вот, если вот так ударить, то там будет Crushing Blow. Но это сложно очень. Здорово, Сайрекс, привет, ребята. Привет, привет всем. Ну, давай поиграем немного, давай поиграем за эту вару. Что-то эндоскелет мне вообще не понравился, блин. Он встает... У него нету блока, у него нету ударов, у него нету перемещения нормального. И его можно просто засрать вот этими веерами или еще чем. Не знаю, первое впечатление не очень. Так, ну что, семечки, ребята. Кто принес семечки у нас? Ой, господи, я прям... О, нет, 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 камера вообще отключилась. Так, ладно, я ее пока трогать не буду, ребята, вы уж меня извините. Я, короче, это аутентичная, ребята, атмосфера поциков с подъезда. Сегодня день рождения. Кирилл, поздравляю тебя, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Лучше за первую вару поиграем. Ну, посмотрим, ну давайте посмотрим, что там с третьей варой, попробую вот эти бомбочки покидать. Ну и можно позаражать оппонента, да? Но вот это заражение очень хорошо пойдет
скажем, на нокдауне. То есть, когда ты... Ой, блин, это Black Jack. На нокдауне, когда ты, скажем, кидаешь оппонента вниз. Вот. И можно вот его... Ему не дать вообще встать с помощью удара. Повесь что-нибудь тяжело. Ну, это вот сложно просто вот прямо сейчас сделать. Во, кстати, лучше, да, немножко стало? Ладно, ребята. Я на камеру повесил, чтобы это вниз тянуло. Во. Ладно. Так, ну что, давай, третий терминатор. Так, получается, назад вперед 3, назад вперед 1. Может, я еще попробую какую-нибудь бруталку, да, все-таки. Захват назад. Захват назад, бруталка более-менее легкая. Да, ребят, спасибо всем, кто смотрит. Вы уж извините за технические проблемы. Я стараюсь их решить, как могу. Миха горит с Блэк Джека. Геймпад... Я смотрю Михака, я знаю. Я знаю. А, во, он не может усилять. Окей. Он не, даже не знает. Он даже не знает, что происходит. Бля. Давайте, ребята, должны выиграть. Бля. Ой, блин, сейчас будет КБХ. Обосрался. Да пиздюры. Блин, надо было вперед 2 делать. Надо было вперед 2 делать. Round 2. Fight. Блин, встай, вставальщик, а? Господи, нажимает и нажимает. Блин, мне кажется, нет, за третий вар я не смогу, ребят. Нет. Бля, пипец. Не, за третий вар я не могу. А за вторую буду играть. Не хочу я проигрывать просто так. Но мы постараемся, может, брутал какой-нибудь сделать. А, скажем, с помощью захват, да, или ружье есть. Чисто сейчас это настроение Блейзера, да? Сходить в пятерочку. Я шучу, ребят, я шучу. Давайте за второго. Я пока не буду экспериментировать. Я не хочу проигрывать вот этим игрокам. Поехали. Так, еще раз, да, у нас есть разбег. У нас есть командник. И еще что-то есть в этой варе. Блин, я уже забыл. Что там еще было? Так, разбег, однерка. Однерка, захват. Блин, вот на захват надо ловить. Спасибо, Глаз. Привет, что... Привет, что пришел. Поиграл я за термы, и он мне как-то вообще не зашел. Все слишком медленно и по приемам скучно. Бля, какие же засиральщики, а. Блядь, какие же засиральщики, блядь. А так охота взять Джакса и разъебать.
Блять, так охота взять Джакса, ребята. Спасибо, Глаз. Блять. О, не. Блин, так охота взять Джакса и разъебать. Просто пипец. Но, возможно, у термика реально такая проблема будет. А можно вот так сделать, интересно? О, господи. Эх. А что я могу сделать, интересно, да? Что я могу сделать против Засера? Что я могу сделать против Засера на Терминаторе? Бежать просто? Блин, бежать не получается. Бежать, бег у него не такой быстрый. Вот в чем проблема. Ладно, будем думать, будем думать. Может есть какая-то другая вара, более, знаешь, которая может позволить быстрее доходить до оппонента. А, может больше надо использовать ружье. Обидно проигрывать. Ладно, давайте. Нормальные песенки ставите, ребята. Это какая-то перепевка NWA? Поехали. Шансунг. Вот, есть у него отражение, да? Вот интересно, насколько его можно использовать. Ай. Против зонеров. Железная схватка. А, точно, у него же воздушный захват. Так, поехали. Don't make me laugh. Брутал, релакс. Что ты имеешь против Какако? Смотри у меня. Джонни, крепись. Без поражений не будет побед. Бля. Спасибо большое. Спасибо, Кококо. Иди отсюда, бля. Спасибо, Кококо. Поехали, ребята. Не, нелегко. Блин, слишком долго он достает свою пушку. Хорошо. Давай сейчас бруталку попробуем. Доставай пушку! Бум! Yes! Так, есть у меня одна идея. Ой, господи, камера, куда ты? Ой, нет, куда ты, камера? Блин, нет, что-то я не то сделал, ребята, что-то я вообще не то сделал. Ой, что-то у меня еще ноги заболели. Так, сейчас. Быстрее. Ой, нет, не работает. Блин, камера не работает. Все.
Блин, у него два удара высоких. Блин. О. Иди сюда, блин. Иди сюда. О. Уху, как он много. Он все оверхеды съел. Нужно камера. Эпопея с камерой. Ох, о, интересно, ладно. Ой, блин, слушай, это плохо. Блин, я думал это наказать. Пипец. А не наказывайся. Надо наказывать назад 3-1. Так, я убираю камеру, ребята. В общем, сегодня дальше без камеры, ладно? Иди сюда. О, нет. Ладно, захватами, ребята. Ой, блин, интересно. Блин. Ладно. Спасибо, Avenger, дорогой. Да, блин, а где бруталка, черт? А вот еще норм трек. Хорошо, спасибо, ребята. Да, блин. Что-то я все запорол. Ой, камеру запорол, фаталку запорол. Спасибо, Avengers. Как же плотно, как же сложно-то, а? Но мы стараемся, мы стараемся. Может, знаете что? Может, завтра мы, скажем, будем играть за другую вариацию термика? Ой. Так, я... Я тут. Черт. Сейчас. Блин, ну камера, короче, не хочет нормально вставать. А, что ж ты делать-то будешь, а? Так, ладно, спокойно. Так, мне придется опять на корточки сесть. Спасибо, Avenger, спасибо, дорогой, спасибо большое. Так, сейчас я верну камеру здесь. Ребята, уж извините. Технологические пока что у нас проблемы, но... Если я особо, как макака, прыгать не буду, то камера не должна отрубиться. Камеры все хуже и хуже, да. Ну чё, как Джейсон? Да, как Джейсон, ей-богу, очень похож на Джейсон. Ну чё, дали ранг, чемпион, ура. Ой, как же... А, не дали ничего? Не понял. Алло, где ранг? Где ранг? Нету ранга, блин. Давайте мы с вами немножко поиграем, ребята. Завтра давайте так. Сегодня только за эту вар, а вот завтра я уже возьму какую-нибудь другую, и мы будем вот на ней фокусироваться. Что-то я не хочу проигрывать. Поэтому пока что вот фокус будет у нас на одной, ладно? Завтра, может, возьмем первую или вторую, или третью. Давайте с вами поиграем, ребята. Зачем камера, играй без нее? Он может реально без камеры? Не знаю. Еще 4 очка. Да, мы добьем. Заходите, ребят, может, с вами поиграем. Есть у нас там жесткие терминаторы?
давайте с Филлипсом до двух побед посмотрим. Качество поднял. Да, ребята, у нас интерактив на стриме сегодня еще. Этот артхаусный этот углы камеры. Горизонт завален, да, Джонни. В какой варе телепорт? Вроде нету. В турнирных варах нету телепорта. Блин, мне не нравится то, что 2-1-2, скажем, два высоких удара, а потом уже какой-то средний идет. Так, ну что, терминатор. Может, попробуем все-таки поизучать третью? Вот командник, да, командник неплохой. Надо сейчас понять, вот как, какие лучшие, да, у него инструменты именно для прессинга. Давайте третью или первую. Давай первую попробуем. Потому что я уже знаю, да, я уже использовал эндовыпад в башнях. Киберразлом попробуем. И бросок диверсанта, чтобы это не было. Хромак рип навсегда. Так вон хромак, ребята. Хотите, чтобы завтра с хромаком постримил? Есть те, кто хочет, чтобы мы завтра с хромаком постримили? Я могу его опустить. Вон хромак. Сейчас. Вон. Ну, может, давайте завтра тогда. Ой, господи. Блин, а нельзя так? Постой, а там типа назад вперед 3, да? Вот оно. Окей. О, господи. Да, это назад вперед 3. О, господи. Слушай, ну вроде неплохо. Киберразлом. Да, говорю, два прыжка. Смотри. Сейчас. Ой-ой-ой. О, нет. Ну, кстати. Ладно. Давай, Филипп, давай, дорогуша. О-о-о-о! Ага. Да, ну уж слишком нагло. Я, короче, после стримчика, ребята, еще повыбиваю, ладно, различные бруталки для терминатора. Завтра будет больше разнообразия. А сколько завтра стрим? Завтра, наверное, не знаю, или в 19:00 пораньше начну, или в 20:00. Кто такой хромак? Хромак — это хромакей, кромаки. Это вот, получается, зеленое полотно, которое используется для удаления фона. Там новую лигу слили. Акула, а можешь опубликовать в группе? Слушай, неплохо. Dope Debonair. Окей, whatever that means. Так. Ага, здесь прыжок. Ну вот, кстати, я еще не делал бросок диверсант. Давайте попробуем. Вниз назад 2. Соответственно, вот у этого спецприема. Здорово, здорово, Сухави. Как Шварц? Мне нравится персонаж. Мне нравится персонаж. Знаете, нам нужно больше посмотреть его серии, чтобы вот под разные ситуации, да, выбрать различную атаку, контратаку, наказание. Постой-ка. Ой, постой.
Привет, удачного спина. О, Тима, здорово, дорогой. Привет, привет. Нирвана, хорошо. Спасибо. Спасибо за соточку. Монархист, спасибо еще раз. Привет, ребят. Привет, Тима, да, монархист уже здесь. Здесь давно. Да блин. Да блин, что это такое? Я хочу понять, с каких серий, да, я могу закомбить, скажем, вниз назад два у Терминатора. Спасибо, ребят. О, господи. О, господи. О. О, молодец. Вот оно. О, а, это как у Кабала. Слушай, это как у Кабала лаунчит. Это прикольно. О, молодец. А мне кажется, с первой вары... Мне кажется, у первой вары может быть урон. Потому что... Ну, потому что вот эти спецприемы... О, господи. О, как приземлился. Слушай, мне кажется, здесь есть определенный комбо-потенциал. Вот именно у этого термика. Да, есть идея, есть идея. Типа, можно даже сделать 1-2-1, перекинуть через себя и еще закомбить, скажем. Ну, можно попробовать назад 3-1 и командник. Так, вниз-назад 1, да? О, господи. А. Да, блин. Ребята, в группе ВКонтакте, там, короче, у нас одна новость. Блин. Ой-ой-ой. Во-во-во, работает, видишь? Видишь, как комбится? Так, ребят, там у нас, короче, в группе ВКонтакте появилась новость, и там слили новую новую комбат-лигу. Посмотрите. Да, в группе ВК. О, нет. Слишком долго он достает на самом деле свое оружие. О, работает, работает, работает. Да. Ну вот он комбит, типа как Кабал. Ну, блин, а я не знаю, чем на самом деле завершать. Слишком слабые комбы у Джеки. Но в этой варе она может, типа, комбить, если, скажем, несколько раз там подпрыгнет, да, приземлиться. Во. Вперед 3-4. 4 down back 2. 4. 4-4. 39%, Эдгар, спасибо. Fatality. The Terminator wins. Так, ребята, это мне пишут. Так, гудги. Давайте царя горы с вами сделаем, ладно, ребятки? Так, ребята, если что, обнова, короче, вышла на гайд МК-11. Там добавлен был терминатор, но пока что нету мувов. Вот, если что, скачайте пока что. Соответственно, мы мувы добавим уже завтра, я думаю, где-то в обед. То есть я сейчас вот после стримчика буду сидеть, комбы придумывать всякие...
Поэтому, если что, скачайте. Завтра вот в обед тоже можете там смотреть уже и все делать. Да, ссылка в описании. Приложение бесплатное на Android, Google Play. Guide MK11 называется. Ой. Блин, а может мне встать? Ой. Что-то я ноги отсидел. Так, ну что, давайте царя горы сделаем с вами. Nevermore. Артист. Милена, знаю. Ну, давайте тогда сами заходите, ребята. Заходите сами. Почему нет молодого терминатора? А, там скины есть, можешь посмотреть. Ой, господи. Что-то я ногу отсидел. А, там есть, получается, скины в настройках персонажа, да? Почему комбы только на одну вариацию, а не на несколько? Ну вот, за терминатор я постараюсь за все добавить. А-а-а. Так, ладно, что-то не отвечает на вызов. О, что-то я... А-а-а. Блин, я ногу отсидел. Так, Полдермарк. Ну давайте тогда его пригласим. Богданов. Так, кого я вот увижу первым? Вот, Богдана я вижу. Так, только... Блин, что происходит? Блин, а я что-то ничего не могу нажать. Что это такое? Блин, слушай, что происходит? Ой, сейчас... Ай, нога онемела. Я не могу двинуть. А, это войти было. Что? Я нажимал, короче, на... направление, ничего не работало. Так, ладно. Так, Богданов, давайте тогда его пригласим, сорян. Остальные заходите сами, ребят, кто зайдет. Ну, с теми сыграем. Попробуем термика, попробуем. Первая вара есть, да, определенный комбо потенциал. Там вот кто-то скинул комбу, типа вперед 3-2, 4 захвата обратно, 4 команды. Сейчас я попробую ее. Надеюсь, получится. Так, вообще надо было уже давно купить, знаешь, стол. Этот, стол, да, для работы, который поднимается. Так, ладно, короче, я без стула, я буду стоять и играть. Я как диджей. Let's go, baby. Ребята, если что, ставьте песенки свои. Так, Богданов. Бой начинается. Вебка слетел. Не-не, вебка здесь, ребята. Я... Вот вы меня видите, надеюсь. Витя, дорогой. Ты хотел, чтобы этот на... На Sony проверили. О, тоже терминатор. Хорошо, респект. Так, назад вперед 4, назад вперед 3. Постараемся. Врубай камеру. Да ладно, все нормально, что вы. Так, турнир BGS. А, кстати, турик-то будет на этой неделе. Там Арман туда едет, летит в Бразилию. Да, желаю ему удачи. Желаю удачи Арману, чтобы хорошо выступил на этом турике. Вот этот Pro Competition, да, продолжается. И вот следующая остановка, типа, у них это Бразилия. Я Германия сказал? Бразилия. О, ладно. Блин, вот вперед 3-2. Блин, точно там четверка? Блин. Блин, ну что-то сложная комба. Без тренировки не пойдет. Ууу, смотри, как этот. Смотри, как впендюрил-то, а? О, господи. Я тоже так могу! На ютубе лагает. Не должно лагать. Попробуйте там, может, качество пониже сделать. I see now why you cry. Не понимаю, а что, типа? Там какой-то смысл в этом есть? О!
Я, короче, до конца. О, хорошо. Пошла, пошла, перестрелка. Это вот настоящие терминаторы. Друг против друга. О, молодец, переземлился. О, перед два. О, нет. Вот она комба, вот она комба. Ну, неплохая. А почему бруталка не сработала? Надо было типа просто ей добить. Не надо больше перестрелок, пожалуйста. Богдан, дорогой. У тебя быстрый вот включен, да. Ой, ребята, пипец. Я говорю, я себя ощущаю диджеем, короче, да, стоит там за пультом, двигает фейдера и хейдера. Богдан у нас этот, серьезный пацанчик. Дробаш, это не мид? Нет, это не мид. Тима, спасибо еще раз, дорогуша. Спасибо, Тима. В чат. В чат? Плюс в чат. Что плюс в чат-то? Типа, если вам нравится эта песня, окей. Ну что, попробуем первую вару? Да, давайте. Первая вара, кстати, тоже вроде ничего. Завтра может больше, да, фокус? Донте, спасибо, дорогуша. Спасибо большое. Let's go. Слушай, а вот такой саундтрек, мне кажется, подошел бы, да, какому-нибудь фильму за Терминатора. Поехали. Ой, нет. Ох ты. Let's go! Resistance is futile. Так, хорошо. Нормальный музон, ребята. Raise the flag. Ой, блин. О, хорош. Молодец, да, Dark Cyber. Спасибо, Дратути! Привет. Дратути. Некрос там уже комбит вовсю за Терминатора. Ой. Да, спасибо. Ой, не. Да блин, молодец. Ой, блин, молодец, смотри, а, на приземление попал. Ой, как я не попал.
Привет, привет, Tequila Squad, hello. О, молодец. Блин. Ребята, что ж так сложно-то, а? Блин, ну... Да, сложно, сложно делать вот эту бруталку, а с помощью... А, с помощью дробыша. Блин, я фиг знаю. Мне кажется, я недостаточно близко нахожусь для вот первой фаталки. Спасибо, здравствуйте. Спасибо за сотку. Чё, за третью попробуем? Блин, первая, мне кажется, имеет, да, определенный потенциал, но его надо раскрывать. То есть там есть комбо-потенциал, там есть микс-ап-потенциал. Можно, возможно, даже больше урона получать там для... Ну, как наказание. Для фаталки нужно вплотную... Ну да, наверное, так. Вперед 3-2, назад 3-1. Бросок диверсанта. Назад 3-1. Да, Даниэль? Ну, давай попробуй твою комбо. Назад 3-1, назад 3-1. Ну, хорошо. О, хорошо, хорошо. Привет, Сергей. Привет всем, ребята. Фенда, давно тебя не видел. Куда ты там пропал? Что-то очень многие поцики. Артём, спасибо за сотку. Что там случилось? Привет. Привет, Артём. Я не могу разобраться. Можешь подсказать, как работает эндоскелет у Терминатора? Когда работает? Don't make me laugh. Вот это комбо. Проработали фаталку от Терминатора на Терминатора череп, главное металлический, а когда фаталку делаешь, что кости человеческие вылетают. Привет, Джон. Здорово, спасибо. Сейчас расскажу про эндоскелет. Зики, да, я не знаю, это же все условности, нет? Это же все условности. Хотя людям, блин, такое важно, да? Блин, я никак не могу бруталку сделать с помощью... дробыша. Эндоскелет работает, ну вот, во-первых, нужно, чтобы этот спецприем был одет. Ой, о, круто сделал. Молодец, Дензел. Блин, так это же... Блин, сложно, сложно так комбить. О, я тоже так могу. Ха. Молодец. Ой, блин, оверхайдик. Так, окей, ой. Наконец точки захвата. Да, ребят, все, за что мы любим Mortal Kombat. А, во-первых, получается, у тебя вот этот спецприем, да, возрождение должен быть одет. То есть это не турнирная вара. Соответственно, создаешь вару или вот выбираешь со скелетом. И получается, он работает только в последнем раунде. Если оппонент довел, скажем, тебя до 20% жизни, то Терминатор, соответственно, ну там, сжигается. Вот, вот эта кожа, да, и вот он уже в виде робота сражается с оппонентом. То есть это в последнем раунде, если ты вот проигрываешь, когда у тебя очень мало жизни, и вот у тебя должен быть этот спецприем. Оскар, да, Дима, Оскар, Оскар. Что думаешь о третьей варе Джейд? Прикольная вара. Она мне больше нравится, чем, ну, вот, первые две. Так, ну что, давайте попробуем. Давайте за вторую.
Спасибо за донатики, ребята. Масса дорогая. Так, окей. Блин. О, а, блин, это другая вара. О, хорошо. Ой, блин, я сел, что-то. Выключи камеру, сядь на кресло, играй нормально. Да ладно, Алексей. Спасибо. Спасибо большое тебе за соточку. Иди сюда! Лен, ну блин, ну ты, конечно, очень отчаянно, да, нажал там Fatal Blow. Ребята, ну давайте, типа... Кто хочет, чтобы я выключил камеру... Плюс чат, кто не хочет, минус чат. Если как бы большинство хочет, то пожалуйста. О, господи. О, нет, блин. А, постой. Так, это обычный усиленный. Так, теперь мне нужно два вперед. Don't make me laugh. Я Урса Улесмини. Your soul is mine, Шансунг. Thank you. Highway to hell. Ой, блин, молодец. Спасибо, Шансон. Плюс, плюс, минус, минус. Ну, вроде минусов больше. Плюсов больше. О, блин. Ну, вот так. Ой, молодец, молодец. Не стал блокировать. Спасибо, Шансон. Ой, молодец. Don't make me laugh. Привет, Давыдов. Песенка из фильма «Бегущий человек». Да. Спасибо, Давыдов. Оу, е, let's roll, let's rock, baby. I'm on a highway to hell. Максим, это ты был? Да, good game, good game. Камеру выключить? Ну давайте, давайте, чё ж. Ладно, сяду тогда. I'm on a highway to hell.
Завтра вернется у нас, ребята, камера. Так, ладно, сядем тогда. Окно слишком огромное. Какое еще окно огромное, блин? Я его еще больше сделал. Из-за наги не надо спамить. Ну что, давай попробуем, может, за третью вару. Здесь, получается, есть у него назад вперед один и назад вперед три. Серега, спасибо за 150 рублей на ютубе. Исамисес, подскажи, на ком учиться играть? Исамисес, да, привет. Если у тебя такие вопросы, я советую... Спасибо большое, да? Я советую начать с каких-то простых персонажей, да? Простые, но достаточно сильные персонажи. Это вот Скорпион, это Саб-Зиро, это Люкан тот же, Барака может быть. Терминатор! Терминатор тоже будет, я думаю, очень таким доступным для новичков. Вот. Попробуй посмотреть в их сторону, ладно? Ой, хорошо. О. О, молодец. О, молодец. Как впендюрил-то, а, Fatal Blow? Alright, boy. Блин, а это средние удары, да, уже? Получается, усиленные ружья — это уже средние удары. Блин. Командники надо использовать, ребята. О, хорошо сделал. Хорошо сделал, ладно. О, я, кстати, закомбил. Если бы там турбо не брейкнул, мне кажется, там была бы четкая комба. Ой. Да ну. О. Как это было близко, Захвати, короче. Yeah, grab for the win. Grab for the win. О, нет. Нормально. Блин. Окей. Окей. Блин, вперед два захват. Надо привыкнуть к этому говну. О, нет. А к этому можно привыкнуть, нет? Оверхайдик и сразу Fatal Blow. Так, слушай, ну, первым делом мне нужно, короче, на него кинуть этот фигнюшку. Блин, постой. Ух! Ну, вот такие у нас мини-камбэки. Вот бы Дюка Нюкема. Так я говорю, типа, похож, да? Вот в таком скине похож он на Дюка Нюкема или на, не знаю, на Сириус Сэма.
Так я не понимаю, почему я не смог... Я забыл импут. Он вот кидает, да, гранаточку. И что потом? What's next? What's next? Что за песня сейчас играла? О, не знаю. Посмотри этот на Donation Alerts, Миша. Там есть список песен. Так, ну что, какое у вас, ребята, мнение касательно Терминатора? Он вам понравился, не понравился? Делитесь впечатлениями. То есть пока что это у нас понятно, то что такой голенький Терминатор, да, то есть начальный, не такой сильный. Завтра я продолжу на него играть, послезавтра тоже. Как вам? Как вам? ФБ на 400? Тебе не нравится это? Так, ну что, попробую второй вару. Так, ну что, завтра, значит, у нас хромак. Ладно. Хотите, что, на ПК или на PS4 завтра? Хрюш, тебе нравится? За Арни многие будут играть, он клёвый. Да, кстати, комбо. Блин. Обычный. Блин, усиленный. Не, постой. О, молодец. Блин, вот как это работает-то, я не понимаю. Это же усиленный, да? Нужно сделать вперед и вперед еще усиление. О, нет. Молодец, Алекс. Вот он, командник. Ой, хорошо. О, зачем? Зачем там надо было ставить клона, да? Ну да, то есть проектайлы будут проходить через клона, пролетать через него. О, молодец. Да, блин, я не понимаю, почему я не могу приземлиться и закомбить. О! О, это что такое было? О, вот это перебитие там. Терминатор нормальный перс, но нужно изучать, как Давыду, собственно, спасибо. И любого другого. Блин, что это такое? Спасибо, Давыдов. Living on my own, Freddie Mercury. Ну, понятно, что надо изучать, ребята, на... Ой, блин, уход не удался, это плохо. Да, блин, я могу? Don't make me laugh. Хейбом, решил тут вернуться в МК. Чё, как у тебя делишки? И да, ещё вопросик. Здорово, дорогой. Давно тебя не видел, реально. Игры. Обе выиграл. Получил бруталку. А если дальше играть, то я получу сеты на выбор. Саб-Зира. Просто еще кого? Кто? Оу. Да, да, ты прав, Пирич. Спасибо огромное, я тебя реально давно не видел. Комбо, спасибо. И не потому, что он клевый, а потому, что Арни. Ну, как бы моделька очень похожа. Вот там люди сомневались, да, типа по итогу. Соответственно, это будет
там Шварценеггер или, или там немножко другой актер. Мне кажется, он достаточно похож. Спасибо большое. Спасибо, комбо. Пириш, так ты сам можешь посмотреть награды, скажем, боевой лиги, да, которые ты можешь получить там за, за выполнение заданий. Джанни, сыграй со мной, плиз. Ну, Максим, а где ты? Где ты, где ты, где ты? Максим, спасибо. Living on my own. Ну, мне тоже вот очень нравятся именно оригинальные фильмы, да, про Терминатора. Первый, в особенности второй. Остальное, на остальное какой-то шлак. И я думаю, то, что последний фильм про Терминатора, там что-то... Черный туалет, как бы темный туалет, это вообще будет проходной шлак, если честно. Ну, не верю я в этот фильм. Вообще никак. The Terminator. Colosseum Beast Pen. Очень похож на самом деле. Ну, похож, похож, конечно, Лукас. Living on my own. Fight. О, молодец. А, получилось все-таки. О, прикольно, прикольно на самом деле. Блин, ну это сложно, конечно, два раза четверками там жаглить. Вот так уже можно, видишь? Ну, кстати, ну неплохая комба за 1 метр, 30-32%. Round two. Fight. Блин, а это не наказывается, что ли? Я не понимаю. Минус 7? Ну там дырка огромная. Давай, дистрактор, давай, дорогой. О, нет. О, молодец, хороший конфер. Да, мне очень нравится эта бруталка. Ой, блин, Богдан говорил то, что не надо, короче, против него использовать ружье. Так, о, Дедлайн, привет, и ты здесь. Здорово, здорово, Дедлайн, hello. Здорово. Блин, рейтинг уже сегодня не буду, потому что нужно, нужно уже поскорее заканчивать, ребята, и я буду там уже... Я буду заниматься гайдом МК-11, который вот сегодня, ребята, обновился. Приложение Android обновилось, там появился Терминатор, но там пока что нету, к сожалению, фреймдаты. Вот, завтра, завтра все это будет где-то под вечер, под обед внедрено, так сказать, в приложуху. Поэтому ждите, ждите. Спасибо большое, спасибо огромное. Deadline. Да, ну сегодня я играл, рейтинг неплохо вроде, неплохо. Такой успех был у нас. Завтра продолжим, завтра будем дальше играть, ладно? Включу песню, Faint или Numb. А я сам пока не могу, вот, ваши песни играют. Так, ну что, темная судьба. Страшный суд. Давайте возьмем страшный суд, попробуем. Завтра на ПК. Ну давайте завтра на ПК. Попробую хромак, короче, подключить. Ладно.
Dragon Fight Club. Спасибо, Давид, еще раз. Спасибо, спасибо. Песенка, ладно. Но это не наказывается. О. Я не понимаю. У меня такое ощущение, то что... Постой, а эти бомбочки, ну-ка. Don't make me laugh. О, Максим. Сорян, забыл написать ник по-спенски. Сейчас. Постой. А, здесь еще есть машина для убийств. Алексей, спасибо. Привет, Джонни. Спасибо, Максим. Пейнт нам. Блин. Ну, если вот ваша песня сейчас доиграет, я могу. Максим, ты же можешь... А, нет, не Максим. Да, ты же ты можешь сам заказать. Ой, Богданов у нас этот. Богдан, точнее. О, как он много нажимает. О. Да, звуки видишь, как будто вот действительно железака бьет. Поспелски. Ого. Ого. Get over here. Finish him. Кстати, интересно, фаталка Терминатора на Терминаторе? Я еще такое не видел. Я еще такое не видел. Но... А, не, хотя мы что-то такое видели, да? I want it all. По-спелски. Ребята, короче, выпустили одно видео с фразами с интро Терминатора, да? К сожалению, не получилось на стримчике посмотреть. Сейчас я вам скину, кину ссылочку в чатик. Буду очень благодарен, если там лайкосик поставите. Так, сейчас. I wanna know. Так, good game, ребят, спасибо, ладно, то, что играли в царе. Царя горы. Завтра мы все это продолжаем. Завтра у нас будут другие вары Терминатора, да. Вот сегодня, типа, больше у нас был фокус на второй. Завтра, возможно, все вары. Постараюсь как-то раскрыть, за них поиграть. А, вот. Куда... Да, камера тут умерла, ребята. Так, где у нас Sky? А, вот ты где. Ну, давай, две игры с тобой. До двух побед. Я... Вам кину ссылку, ребята, если вот сейчас я уже стрим буду заканчивать, ладно? Если что, вот заходите, чекните видосик, если вам еще недостаточно, так сказать, новостей, да, драйва по Терминатору. Новостей. Так, сейчас. Вот, ссылочка. Я буду очень благодарен, если кто-то там лайкусик поставит, да?
Зацените, зацените. Я думаю, завтра, может, у нас полная компиляция выйдет. А именно такого видео. Так, ну что, ну давайте, давайте за Терминатора. Давайте дальше. Ой, что там? Linkin Park, нам. Ну давайте нам поставим. I'm tired to be what you want me to be. Да, ребята, обязательно подписывайтесь, обязательно скачивайте приложение, качалку Джонни, гайд МК-11, ссылка в описании. Завтра появятся комбы от меня за Терминатора, появятся фаталки, все-все-все там будет. Пока что скачайте, завтра просто откройте его, и у вас будет новая база. И подпишитесь, если вам нравится. Просто я второй, я первый взял. О, молодец. Просто как за эту вару комбить-то? А, точно я вспомнил. О, добил, 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 добил все-таки. Can't you see what you're smothering me? Holding too tightly. О, молодец. Молодец. О, молодец. Очень много нажимаешь, Скай. О, молодец, перебил. О, блин, это очень прикольная анимация, да? And be less like you. Скай, ну ты сам прибежал! Ты сам прибежал на этот дробаш! Become so tired. Блин, это бруталка очень прикольная, да. Вторая бруталка с захватом, но не так заходит. I'm tired to be what you want me to be. Уф. Очков звездочек нет, да. О, молодец, хорошо сделал. Так, у меня есть еще напрыжка, верно, в этой варе. Блин, надо не наказать. Блин, из угла выкинуло. Я не думал, что так получится. Сколько у него бруталок, я не знаю пока что. Надо открывать, смотреть. So unreal. Ой, блин. Не блокировал. Wasted it all. О, молодец, перебил. Oh.
О, ну Sky, good game. Ну, кстати, у тебя есть определенная основа. У тебя есть определенная основа, но, опять же, да, риск. Вот, вот этот риск там игры на сабе, то есть очень много небезопасных ударов. Не знаю. Things aren't the way they were before. Good game. Блин, как бы мне камеру включить, а? Так, ребят, я держу, короче, камеру в руках, чтобы она не отскакивала. Ребята, большое вам спасибо, что смотрели. Я очень благодарен там за поддержку. Если что, зацените вот этот видос. Там он такой простенький, да, с интро за Терминатора. Это, короче, как лайв-видео, лайв-видео. Мы с вами увидимся завтра на ПК. Я хромак, короче, постараюсь опустить. Да, вот спрашивали, где маска. Вон она там сверху. Завтра будет джиборд за Терминатора. Ждите там какие-нибудь новые видосы. Ой, блин, ну все, короче, у меня камера отключилась. Блин, докрутился. В общем, завтра тоже будет бомба. Пожалуйста, заходите на стримчики, если вам это интересно. Давайте, спокойной всем ночи. Желаю всем удачи. Ладно? Да, давай, бич. Это ник такой. Дима, Артемон, Саша. Давайте, ребята, желаю всем удачи. Завтра жду вас. Пока-пока. Ну пусть доиграет in the end. It doesn't even matter. Блин, на записи стрима это, конечно, будет выглядеть немножко глупо, да? Да, на записи стрима что-то люди не поймут. Но вы можете, если вы смотрите запись, можете сами этот Linkin Park in the end включить. I've got so far. It doesn't matter after all. Все, спасибо, ребята. Давайте там, играйте за термика, смотрите видосы. Жду вас завтра. Да, пока всем, пока всем. Кик, если что, напиши на Johnny@nzdar.pro. Пока.